Что думаешь? Может, я сяду? Да, давайте к другому следующему вопросу переходить. Вы, ну, я уже понял. Лет на пять. Я... Давайте так. Добрый вечер, уважаемые жители микрорайона Красная Горка. Значит, для тех, кто сейчас быстренько, коротко представлю всех участников нашей сегодняшней встречи и потихонечку утвердим такой, скажем так, план нашего мероприятия, регламент и приступим к обсуждению всех тех проблемных вопросов, которые у нас на сегодняшний день имеют место быть. Значит, Павел Иванович Максимович, депутат Московской областной думы от городского округа Подольск, Лукьяненко Владислав Олегович, заместитель главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству. Я, Гапонов Петр Владимирович, заместитель главы городского округа по строительному комплексу. Также у нас здесь присутствуют депутаты городского совета. Володин Дмитрий Михайлович Ушанова, Любовь Васильевна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Подольск, Скоморохов Илья Александрович. Председатель комитета по строительству и архитектуре городского округа Подольск Цаплинский Сергей Михайлович. Также, ввиду того, что мы обсуждаем сегодня в первую очередь вопросы, также в том числе застройки данного микрорайона, застройщики, это Вишневый Виктор Васильевич, это руководитель компании «Главградострой», и Суров Сергей Александрович, это руководитель, генеральный директор компании «Диском». Вот в таком как бы составе мы готовы будем отвечать на все вопросы и вкратце, наверное, приступим в таком регламенте. Вы задаете вопросы, наверное, да, как мы и Виктор с вами договаривались, и мы на них будем отвечать. Здравствуйте, я представлюсь тоже. Меня зовут Трохина Ирина Викторовна, я проживаю на Садовой 5, я ваша соседка. Значит, первый вопрос, с которого начнем, вот вы видите уже схему на экране. Это актуальный план застройки нашего района, потому что этот план, насколько мы понимаем, неоднократно менялся. Вот мы бы хотели все понять, что в итоге в этом плане осталось, что у нас должно быть выстроено. Значит, я коротко отвечу. План этот у нас не менялся, ввиду того, что изменение плана оно невозможно, ввиду того, что это все отыгрывается на аукционах. Соответственно, те параметры, которые были определены в момент заключения договора, они и сохранились. Это первое. Второе. На данной территории действуют два застройщика. Это компания «Диском» и компания «Главградострой». В процентном соотношении участия в строительном процессе это 66%. Это задействованы силы «Дискома» и 34-33% там с сотыми долями компания «Главградострой». Это не совсем даже такая, знаете, типичная ситуация, когда на одной территории работают два самостоятельных юридических лица. Она в определенной степени вносит определенную сложность на этапах договоренностей и особенно разделение той социальной нагрузки, которая распределяется на эти две компании. Перечислять те дома, которые построены или будут строиться, пока не буду, ввиду того, что самыми проблемными, мы все знаем на слуху, это компания «Главградострой», это колхозная 55, Некрасова 4 и Садовая, два дома, дом 3 А и Б корпуса. По «Дискому» на сегодняшний момент Садовая 14. Из тех домов, которые строятся и по которым есть просрочки по исполнению застройщиками обязательств по договорам долевого участия. И основная сложность по реализации ими, записанных за ними, за исполнениями данными застройщиками, тех социальных обязательств, которые прописаны в договоре развития застроенной территории. Первое – это наш многострадальный детский сад на улице Колхозной, пристройка к школе номер 11 и две поликлиники, встроенные на улице Садовой, дом 3. На сегодняшний момент, с вашего позволения, дальше немножко пройду дальше этой темы. Значит, на сегодняшний день по саду вопрос решен следующим образом. Дополнительное соглашение по вопросу передачи недостроенного строительством объекта компании «Диском» в казну муниципального образования решен. Имеется дополнительное соглашение подписано. На сегодняшний момент, согласно этого дополнительного соглашения, компанией «Диском» исполняются следующие мероприятия, без которых мы, как администрация, не можем сделать ни единого шага по выделению бюджетных средств, ввиду того, что бюджетные средства выделяются исключительно на объекты, принадлежащие городской и находящиеся в городской казне. Значит, они должны
получить паспорт БТИ, оформить свидетельство на собственность недостроенного строительством объекта и передать его соответствующим комплектом документации в казну. Срок по дорожной карте у нас стоит середина февраля. Вот Суров Сергей Александрович, на котором сейчас лежит вся ответственность за исполнение данного пункта дорожной карты, может пояснить или, допустим, каким-то образом внести более детальную четкость на предмет, исполняются ли данной компанией те сроки, которые прописаны в дорожной карте. Сергей Александрович. Сразу будьте дать два слова. Да нет проблем. Кадровая компания, которая готовит техплан. Погромче, и вот, если можно, микрофон. Да, потому что... Микрофон, пожалуйста. Да, и видели, и слышали. Всем добрый вечер. Действительно, мы готовим сейчас техплан. Кадровская компания обещает... Значит, договор у вас, договор по исполнению технического плана у вас подписан? Подписан, да. Оплачен. Оплачен. Да, по срокам обещают к концу этой недели, может, в начале следующей. Так, после этого вы должны оформить документы на право собственности на незавершенный строительством объект. Да, будем подавать документы в Росреестр для оформления собственности. Ну, по вашему мнению, это примерные сроки исполнения данных обязательств или данного пункта дорожной карты, когда произойдет? Ну, на следующей неделе мы подадим в Росреестр документы, это 100%. Ну, я вас попрошу, ввиду того, что Росреестр имеет такие, ну, как бы, регламентные сроки по рассмотрению подобного рода документов до месяца, желательно, чтобы кто-то из сотрудников вашей компании, соответственно, сопровождал бы эти документы, понимая высокую социальную значимость и, ну, попытки нас максимально короткие сроки осуществить строительство, потому что, ну, вот это та работа, которую должен сделать диском. Вот как только они это делают, в казну попадает, значит, мы делаем следующее мероприятие. У нас идет процесс серьезный, в первую очередь, это прохождение проектом, который не прошел государственную экспертизу. Это самый главный момент и сложный. Этот проект нужно доработать до тех нормативов, которые на сегодняшний момент установлены российским законодательством. Мы этот проект должны отвести в государственную экспертизу, Мособлэкспертизу, такая есть у нас организация Московской области, пройти экспертизу, получить сводный сметный расчет на выполнение всех мероприятий, которые позволят довести сад до состояния полной готовности к приему детей. Я сейчас не хочу зачитывать, у нас дорожная карта, она на 8 листах, там подробнейшим образом написано каждое действие, ввиду того, что там и комитет имущества и земельных отношений, правовое управление. Самая главная сложность, это все-таки мы действуем в рамках федеральных законов номер 44. Это означает, что каждая процедура, она имеет свой временной регламент. И по этому регламенту, ну, у нас так получилось, и это, ну, невозможно каким-то образом ускорить с точки зрения существующих требований, это примерно 1 год и 4 месяца до завершения строительства и ввода сада в эксплуатацию. С момента получения документов нами. С момента. Понятно, глава городского округа Николай Песнов, когда проводил совещание, он сказал о том, что надо срочно рассмотреть, скажем так, сокращение этих сроков, которые на сегодняшний момент имеют место быть. Вот мы сейчас над этим работаем. Есть возможность там на некоторые, ну там, на 2-3 месяца, возможно, даже где-то на 4, но это при условии, скажем так, когда все государственные органы, надзирающие над этой деятельностью в сфере градостроительства, в том числе и Министерство образования, Роспотребнадзор, там много организаций, в том числе и аэропорты и прочие, где мы должны получать соответствующее согласование на строительство, мы должны все заново пройти. Вот. По детскому саду вот такая ситуация. Крайний срок 1 год 4 месяца от момента поступления документов в нам. От дискома, да. Вот. И вот на следующей встрече, я думаю, что они будут регулярными, ввиду того, что пока мы не несем вам полную ясность о тех процессах, которые происходят на этой территории, вот, когда у вас перестанут быть вопросы, тогда наша встреча, наверное, прекратится. Пока будут вопросы, мы с вами будем встречаться. Вот. И это по детскому саду. По школе. Ввиду того, что... Ничего, что я сразу перейду, с вашего позволения. Пристройка школы номер 11. Это обязательство по строительству пристройки школы номер 11 лежит в плоскости ответственности двух компаний. Главградустрой и Диском. В том процентном соотношении, о котором я ранее сказал. На сегодняшний момент компания Диском не приступала. Проектирование должно было осуществляться компанией Диском. Она его не осуществляла. На сегодняшний момент мы по пристройке к школе не имеем никаких документов, вообще никаких движений. На сегодняшний момент подписано также соглашение
с компанией Диском о том, что проектирование будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета с последующей оплатой компании Диском тех затрат, которые понесет администрация в результате этой деятельности. На основании данного проектного решения, которое в установленном законном порядке будет произведено, естественно, в этом году, мы получим сводный сметный расчет, проект на выполнение данных работ. И к тому времени, чуть позже мы сейчас остановимся на деятельности компании Диском, исходя из ее продолжения деятельности или непродолжения, мы получим два варианта развития событий. Или эта история произойдет примерно так же, как с детским садом, но в случае с детским садом окончание строительства ложится на муниципальный бюджет, то с 11 школы при условии непродолжения компании Диском строительства после завершения ввода в эксплуатацию дома по саду номер 14, то эта школа будет включена, и строительство будет осуществляться за счет средств федерального, областного и муниципального бюджета. Вопрос о ее включении проработан. Единственный момент, как я уже сказал, почему здесь связь непосредственно с компанией Диском, если компания не банкрот и осуществляет, с ней не расторгнут договор по развитию застроенной территории, то соответствующим образом никакое бюджетное ассигнование не может быть использовано или освоено на данном объекте. Но для того, чтобы, знаете, как не затягивать этот процесс, проектирование главы городского округа принято решение, что проектирование будет осуществлено в этом году за счет средств муниципального бюджета. Это по школе. По поликлиникам. Вот поликлиники по договоренности между двумя субъектами, Дискомом и Главгородостроем, осуществляется компания «Главгородострой». Они встроены, как вы знаете, в два этих здания, которые на сегодняшний день не строятся. Вот многие дольщики законно жалуются нам, иногда на наши ответы, на вопросы, которые они задают в адрес вышестоящих органов государственного управления, в которых говорится о том, что стройка идет. Но ввиду того, что сам процесс хода стройки или остановки – это вопрос застройщика и его уведомления к органам государственного строительного надзора соответствующим уведомлением, это уведомление от компании в адрес Госстройнадзора не поступало. По факту действительно строительство не ведется, но по документам стройка находится в состоянии, знаете, какого-то вялотекущего процесса. Там один человек, два, вы прекрасно это видите, я не буду на этом детально останавливаться. По поликлиникам. Общий строй на сегодняшний день остановлен. Вот Виктор Васильевич, мы сейчас предоставим слово, он расскажет о своих планах относительно данного объекта, ввиду того, что по данной компании, к сожалению, очень сложные вопросы решаются по улице Колхозной 55. Я прошу прощения, есть представитель Колхозной 55 здесь? Хорошо. Некрасова 4? Некрасова 4. Нет Некрасова 4? Никого? Ну, отсутствие людей по Некрасова 4 не означает, естественно, что хотя дом в высокой степени готовности, там практически остается небольшое количество работ провести, чтобы этот дом ввести в эксплуатацию, но там есть проблемы с исходом разрешительной документации, судебными процессами, которые вот в этом ключе сейчас данной компании ведутся. И Садовая. На Садовой самая сложная ситуация, и по данному объекту, Виктор Васильевич, я вас попросил рассказать о том, что мы с вами встречаемся с дольщиками, встречаемся достаточно часто на встречах в библиотеке при администрации. Но ответа, к сожалению, на сегодняшний момент люди не получили. За счет какого источника финансирования будет возобновлено строительство? Добрый день. Действительно, мы очень часто встречаемся с дольщиками. Значит, не более как неделю назад мы встречались. Сегодня стройка не ведется, да, действительно. Значит, мы еще раз проанализировали все, что получено, сколько вложено и сколько осталось. Я могу доложить цифру, что на сегодняшний день получено денег 1 914 000, а в стройку вложено на сегодняшний день 1 903 000. Игорь Ильич, вы меня простите, пожалуйста, на прошлом совещании, когда мы все обсуждали этот вопрос, у нас, извините, была разница 500-600 миллионов, и вы даже ее не оспаривали, правильно? Вот я говорю, уже около 800 миллионов. Около 800 миллионов была разница между вложенными и собранными. Значит, может, где-то они находятся, и мы их не видим освоения? Вот этот вопрос. Цифры, которые я говорил о том, что вложено в стройку 1 903 000, это цифры бухгалтерского баланса. Это не просто так.
То есть это можно проверить? Ну, нам хотелось это увидеть в виде построенного квартир или там возведенных этажей, соответствующих этой сумме вложенных денег по бухгалтерскому учету. Да, пожалуйста, в виде бухгалтерской справки мы готовы это, значит, предоставить. Ну, тогда, знаете, вот тогда меня простите, пожалуйста, мы тогда на прошлой встрече, когда мы этот вопрос задавали, мы это бурно обсуждали, мы говорили о разнице 800 миллионов, вот вы были... Нет, я не знаю, откуда была эта цифра. Но это я говорил, потому что мы чисто в визуальном порядке, исходя из того, что мы видим, мы считаем, что там есть разница между собранными деньгами и вложенными, соответственно, со стройкой. Есть среднее понятие стоимости квадратного метра, да, и построенного, и того, что там сейчас построено. Все просто. Это по всем объектам или это какой-то конкретный? Мы говорим сейчас по садовой квартире. Да. Компания должна стоить садовую 14 было. Вопросы, да? А и Б. Что? А и Б. Да, два дома. А и Б. Мы сейчас говорим только, я прошу прощения, может быть, вы не слышали, я еще раз повторю, это мы обсуждаем сейчас только те дома, в которых находятся по проекту встроенные поликлиники, детские, взрослые, на 100 посещений смены этажа. Далее я хочу сказать о том, что на сегодняшний день, значит, я поясню, почему, так сказать, раньше была цифра одна, а сегодня другая. То есть на сегодняшний день на этих двух объектах не продано 16 295 квадратных метров. Если реализовать эти квадратные метры, значит, по цене там, 58, то мы получаем, значит, миллиард еще 37 миллионов рублей. Но здесь, в этих миллиард 37 миллионов рублей, присутствует кредитов на 224 миллиона, которые нужно изъять. То есть получается, что для строительства остается где-то 800 миллионов. Для окончания строительства, значит, условно говоря, необходимо 700. То есть у нас получается даже разница в 100 миллионов рублей. Игорь Васильевич, ну тогда вопрос такой. Да. Ну, если у вас такая положительная экономика, если у вас те активы, о которых вы сейчас только что нам озвучили, которые мы сами слышим в первый раз, в вашем исполнении. Других... Сегодня новые просто. Да, вот сегодня новая встреча, как бы новая информация. Ну, я думаю, что проверить мы, наверное, сможем, но в рамках нашего муниципального контроля, а соответствующих там органов, которые, наверное, вот мы, чтобы в качестве информации, мы с Виктором Васильевичем Вишневым послезавтра, в четверг, в 16.00, Министерство строительного комплекса по многочисленным обращениям граждан с улицы Садовой инициировало совещание. На это совещание мы прибываем, на котором Виктор Васильевич представит все эти документы, это первое. Министерство строительного комплекса поручит государственному строительному надзору осуществить проверку истинности того, что он сейчас сказал. И по результатам проверки, естественно, будет составлен акт или иной документ, с которым мы вас всех ознакомим. Но если то, что сказал Виктор Васильевич, ну, как бы не верите ему сейчас, таких глубоких оснований нет, тогда вопрос, почему стройка не идет, если у вас положительно? Стройка не идет из-за того, что квартиры не продаются. Не будут они продавать. Я понимаю, что это не проблемы дольщиков, это проблемы наши, условно говоря. Это проблемы, так сказать, те, которые существуют, о том, что значит. Каким образом вы намерены их решать? Мы намерены, значит, привлечь определенную сумму денег, хотя бы там 100 миллионов, для того, чтобы оживить эту стройку. Сейчас мы этим активно занимаемся. Ну, мы это слышим с октября месяца. Виктор Васильевич. Да. Разрешите вопрос. Вот мы были еще в сентябре, когда ждали, мы разговаривали. Сейчас просто вот вы говорите, что банк должен, идут переговоры интенсивно с банком. Я постоянно там Андрей Олегович звоню, вам звонит наша инициативная группа. Мы действительно пишем. Инициативная группа старается, борется. Но почему ответа банка нет? Скажите, пусть они скажут, что 15 февраля мы дадим ответ, да или нет, и мы будем действовать дальше. Либо мы действительно как-то жестко будем действовать. То есть вы хотите получить ответ банка, когда они дадут ответ? Когда они дадут ответ, пусть они дают деньги, начинайте строительство. Хорошо, я готов это сделать, но вы понимаете, неужели вы думаете, что я с ними не общаюсь? Я общаюсь с ними каждый день. Но дело в том, что это может быть длиться полгода, год, два года. Скажите, на кого надо нам писать, чтобы вам, наоборот, помогли? Или банк выделили? Может быть, не этот банк, другой банк, Сбербанк. Я знаю, что он на Литейной, по-моему, там Сбербанк должен выдавать деньги, кредитные линии.
Ну как-то вот этот вот процесс, ну мы уже просто, я говорю, тогда было телевидение, я говорил, что устал народ, ну просто уже все, уже терпения нет. Люди ждут, люди вложили свои действительно детский, материнский капитал, продали какие-то квартиры, какие-то активы. Ну это же... Витя Васильевич, вот какая вам помощь? Вы-то на месте, действительно, может быть, вам помощь? Вот какая помощь, скажите, какая помощь от администрации, от каких-то иных структур, от людей, пожалуйста, какая помощь мы можем вам оказать, чтобы вот тот процесс, о котором вы говорите, продажи квартиры, сдвинулся с мертвой точки. Ну что можем вам, чем вам? Купить квартиру. Для переселения, кстати, отличный вариант. Нет, естественно, нам нужен инвестор со стороны. Вот и все. Больше ничего. У вас есть активы, которые вы могли бы реализовать для того, чтобы достроить этот дом? Нет, нету актива. Тупиковые ситуации. Значит, должны быть поставлены какие-то сроки, что если до определенного срока не решается вопрос с финансированием и оживлением стройки. Вы знаете, мы с 1 ноября провели 6 встреч, на которых главным лейтмотивом каждой встречи звучала именно эта фраза. Мы бы хотели узнать сроки, с какого момента начнется активное движение на данном объекте. Ну, я не буду уж прям даваться прям деталей, но уже дошли до того, что уже какие-то там чуть ли не ответственности с точки зрения членовредительства, давайте применим, тому кому-то, кто не исполнит данное обещание. Но вот на сегодняшний момент ситуация такая. Я, видишь, не знаю, но вот вы нас лично, вот меня ни разу не то, что просили, мне не надо просить. Мне просто надо сказать, я вас запросил, встречаюсь с инвесторами, поедемте со мной туда-то, пойдемте туда, давайте поеду. Я езжу вообще везде, каждый день, только извините за выражение, в кабинете не сижу, а вот так везде летаю. Ну, давайте съездим, людям объясним ситуацию, расскажем, дадим те гарантии, чтобы они не боялись от того, что ваш дом, который строится, он же с исходом разрешительной документации, вы нормально? Да. РД Ильич, правильно? Да. Ну тогда это же не Некрасов у вас и колхозы где-то снорушили. Вместе с вами, с представителями администрации. Или ваш инвестор, который, вот вы называете Урал, вот этот Урал ТД, да? Да. Вот. Мы на самом деле тоже его ни разу не видели. Если, допустим, я прошу прощения, что они какие-то объекты заведутся. В ЖК «Весенний», там капитал, фонд «Капитал», приезжаем, мы с ним разговариваем, мы пытаемся какие-то найти выходы. Они задают нам вопросы. Какие-то там сомнения высказывают по поводу конкретных объектов. Давайте, глава городского округа принимает каждый день тех людей, которые, ну, как бы, конструктивно готовы участвовать и привести к продолжению действия. Вот что от нас там вам надо? Вот. Ну вот на сегодняшний день, значит, пока ничего не нужно. До какого момента будет тогда продолжаться ничего не нужно ваше? Ну, мы работаем над этим, вы понимаете? Вы можете работать полгода, год, два. Люди без жилья, район без поликлиник. Это слова. Вот от вас это слова сейчас. Действий пока никаких не наблюдаем. Как не наблюдаем? Со стороны дольщиков, со стороны тех людей, у которых вы уже взяли деньги. Может быть, другой тогда результат. Просто подадут на банкротство. По страховке получат обратно свои деньги. Обанкротят вашу компанию. У вас единственный бизнес. Вы добьетесь этого. Я не думаю, что это лучший выход – обанкротить компанию. А это для вас не лучший выход. Нет, а для людей, может быть, нет, это для единственный выход. Всего. Это может быть единственный выход для людей. Для компании это лучший выход. Но я не хочу этого делать. Я понимаю, что вы не хотите, как руководитель, как учредитель, вы не хотите этого сделать. Решения нет, получается. Вы его ищете долго и упорно, но решения нет. Помощи со стороны вы не просите, не принимаете. Помощь какая? Найти инвестора. Администрация вам предлагает свое участие. Участие в чем? Можно я скажу? Да. В начале ноября в Минстрое. Вы сами мне объяснили, вы лично мне сказали, что вот максимум 2 недели есть инвестор, сейчас идут переговоры. Да. Какой месяц сейчас? Январь. Февраль. Послезавтра уже февраль, либо через 2 дня. Ну я вот так же веду разговоры с инвестором, инвестор мне так же говорит. Тогда, Виктор Васильевич, дайте я скажу секундочку. Да. Давайте про инвестора. Мы на последней встрече, да, Петр Владимирович, обсуждали этот вопрос, что стоимость заявляемого вами квадратного метра жилья, который вы пытаетесь реализовать на улице Садовая, не привлечет ни одного инвестора.
Поэтому этот круг будет замкнут настолько, насколько пока мы не поймете, точнее вы, неправильно сказать, не поймете, что вы хотите все-таки сделать с нашим уже домом. Достроить я хочу его. Так, вы не хотите его достроить, вы почему? Не продаете. Я вам объясняю почему. Потому что вы не продаете жилье по той простой причине, что та рыночная ситуация, которая сейчас есть с нашим домом, не соответствует этой самой рыночной ситуации. Вы не можете привлечь инвестора на те стоимость ту квадратный метр, которую сейчас нам декларируете. Мы на самом, опять же, 2 недели назад с вами встречались, вы нам сказали, что мы с вами встретимся 23-го. Вы нам покажете документы, покажете переписку с инвестором, вот инициативной группе, да? Соответственно, встреча была отменена, встречи не было, соответственно, срок ее новый не назначен, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос звучит гораздо очень просто. Что мы будем делать для того, чтобы достроить наш дом? Какие пути? Переговоры вечные, они будут длиться действительно еще не один год. И вы нам будете говорить, инвестор есть, инвестор будет завтра, послезавтра, его никто не видел, никаких переписок мы не видели, никаких шагов для того, чтобы вы что-то решили, мы не видим. Вы нам сейчас просто рассказываете о каких-то мифических вещах, да, там, об эльфах. В надежде продать хоть что-нибудь. Я все понимаю, вы бизнесмены, должны заработать деньги, но я вам отдал свои деньги. В полном объеме, о чем у меня есть чек, у меня есть реестр обманутого вами дольщика, да, который вам внес всю сумму, и я хочу получить свое жилье. Я хочу хотя бы, чтобы моим детям это жилье осталось. Виктор Алексеевич, я вот все полностью согласен с вступающим. Знаете, какой момент? Вчера вот мы с дольщиками статуса 3,5 часа, даже больше, или, например, около этого срока обсуждали вопрос вхождения инвестора, которого мы, в принципе, нашли на данный объект. Там речь шла о достаточно серьезных вливаниях вот в этот Красногвардейский бульвар. Вот вы не поверите, вот с той стороны, знаете, как обратная сторона Луны. Здесь люди настаивают на том, чтобы вы действовали. Мы вчера говорили, вот инвестор, он хочет зайти, и люди были против входа инвестора на объект. Понимаете, ну парадоксально. Я не об этом хотел сказать, о другом. Появляются люди, которые говорят, давайте мы возьмем на себя застройку проблемных объектов. Вот вчера ко мне приходила группа людей, которые сказали, ну вы знаете, вот хотите, давайте, вот вчера они были, визитки у меня на столе. Понятно, что у вас объект достаточно сложный и финансово емкий, потому что все-таки дострой порядка там 800 там, или 900 миллионов, 700 миллионов рублей, это серьезное вложение. Но у вас же два дома, вы же можете поэтапно вводить один дом и второй дом. Вы можете, например, ввести один дом в эксплуатацию, как вариант, я предлагаю, как вариант. Но дом ввести в эксплуатацию, тем самым оживив ситуацию, и инвестору тогда не надо будет одноразово вкладывать все свои деньги, все 700 миллионов в стройку. Он может вложить ровно столько, сколько необходимо для достройки первого дома и получения части актива, возвращения назад с переходом на второй. Но с началом продаж квартир. Ну, естественно. Нужно возобновить. Потому что дом должен быть ликвидным. И те деньги, которые они вкладывают, они должны получать в виде ликвидного объема квадратных метров жилья, которые впоследствии вернут им вложенные деньги и позволят дальше финансировать второй дом. Но на самом деле, вот вы уж простите меня, мы 2 недели вас не могли найти. И люди приходят, и вот, вы оказались от встречи. 2 недели, когда мы встречались, значит, 1,5 недели назад. Ну, Виктор Ильич, ну 1,5 недели, простите, я ошибся. Да нет, больше каких-то. Ну, пусть 1,5 недели, я не принципиально. Но те люди, с которыми вы не встретились, все пришли ко мне в кабинет. И мне говорят, мы с Виктором Васильевичем пообещали им встречи такого-такого-то числа. С ними встретитесь, давайте будем разговаривать со мной. И со мной 2 дня. А я что скажу без вас? Вот что я им скажу людям? Давайте так, вот давайте от обратного попробуем. Да. Вот вы скажите, вот до 1 сентября вы решите вопрос с инвестором? До сентября? Подождите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я знаю, что я говорю. Поймите. До 1 сентября с инвестором вы решите вопрос? Да, решу. А до 1 августа? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я понимаю. До 1 июля. Вот где вы сами себя остановите или меня остановите, скажете, вот тот примерный срок, когда данный вопрос, наверное, может быть с точки зрения здравого смысла. Это или 1 июля, или 1 июля. То бишь вы оставляете себе на процесс переговоров с инвестором и входом еще полгода, чтобы вот мы в течение, как бы раз в 2 месяца... Это пессимистичный срок. Нет.
Ну мы с ума сойдем. 15 октября был срок, вы назначили срок, день же мы сидели. Виктор Васильевич, ну вы сказали, что вам столько лишков будет, вы потом попадаете. Ну надо привлекать какие-то средства, искать, начинать хотя бы... Ну почему вы думаете, что мы не ищем, я не работаю над этим? Виктор Васильевич, мы знаем... Подождите, ну если вы считаете, что мы не делаем, а у кого-то есть решение, ну подскажите эти решения. Решение в наших деньгах, которые мы вам отдали. Они вложены в дом. Ладно, вопрос. Нет, Виктор Васильевич. Что? Они в дом вложены. Да. Вот, послушайте, я сейчас не ругаюсь с вами. Вот, аккуратно. Я тоже не ругаюсь. Администрация сидит, все. Вложили, деньги потратили, денег нет. Да. Но вы сейчас с инвестором, неужели нельзя с инвестором пойти с этим УралФД или с другим банком? Вот говорят, что и визитки есть. Пойти вместе с администрацией, в конце концов, написать Воробьеву. Написать Владимиру Владимировичу Путину, скажет, дайте гарантии, ведь у нас есть там квартиры, там перспективный район. Деньги-то только начните строить, там будут покупать. Перспективного района у нас нет. У нас нет инфраструктуры, сада, школы, поликлиник и так далее. Сами, у нас заколдованный круг с вами. Ну вы представляете, вот нас, дочь, что? Я прекрасно вас представляю. Вот старший, я бы говорил то же самое на вашем месте. Ждет квартиру. Да, у меня младший растет. У многих тоже дети. Но нет возможности терпеть. Подождите, дорогие товарищи, вот убеждать, что диском, что главгородостроем, постоянно на каждом собрании говорить об одном и том же совершенно бесполезно. Вот их надо обанкротить и ввести нового застройщика. И пускай он достраивает эти объекты. Ну, либо, если вы хотите... Нет, вы понимаете, что это тупик будет. Сейчас уже тупик. Нет. Тупик сейчас, уже сейчас. Сейчас мы работаем над этим. А если вы обанкротите... Вы работать можете год, два, три, десять. Уже пока слова. Каждую неделю одни и те же слова. Следующего года. А где гарантия, что это будет июня? Нет гарантии. Нет. Нет, речь идет о начале строительства. То, о чем вы говорите. А достроят вам, его еще месяц поковыряются и опять бросят. И еще будут ждать два года. А потом будут говорить, что опять ищут инвестора, потому что этот дал кусочек, бросил, а дальше сказал, давайте, что нам это неинтересно. Да, давайте, у меня есть предложение, Виктор Васильевич. У меня есть предложение, знаете какое? Вот как бы вам оно не нравилось, но все-таки мне кажется, ввиду того, что можно сохранять коммерческую тайну в тех ситуациях, когда у вас нет нарушений по правилам и по срокам договоров долевого участия. Ввиду того, что все сроки просрочены, люди прослуживают в судах свое законное право относительно несвоевременности сдачи своих жилых квадратных метров в эксплуатацию. Давайте мы попробуем сделать в таком формате, потому что мы же не просто разговариваем, мы разговариваем уже 8 встреч, и все равно это все только декларация о намерении. Вы. Все свои переговоры с инвестором проводите на открытой площадке. Нет, не должна быть обязательно администрация. Может быть, ваш офис. Мы к вам туда приедем. Возьмем инициативную группу с собой. Будем слушать те условия, о которых вы разговариваете. По крайней мере, у людей будет недоверие к вам относительно того, что тот актив, о котором сейчас идет речь, который вы лично оцениваете, 800 миллионов рублей, он складывается не из цены квадратного метра, например, 75 тысяч рублей за квадратный метр. Вы это умножаете, получаете там 800 миллионов и говорите, что у вас актив 800 миллионов. А вы будете действительно его, например, предлагать инвестору с тем дисконтом, который разумен для любого инвестора. Сейчас поднимите руку, кто захочет купить буханку хлеба там за 150 рублей. Ну или там по цене, допустим, 55 рублей, когда такого же вида хлеб стоит 45. И все ваши переговоры, абсолютно все, мы, площадка администрации для вас полностью открыта. Вы назначаете встречу, говорите, я с Уралом. Мы к этой площадке пригласим тех инвесторов, которые в нашем распоряжении имеют место быть, и которые говорят, что мы готовы поучаствовать. Приглашаем людей. Ситуация полностью прозрачная, полностью открытая. Если, простите, ваша, добавочная стоимость заложенных квадратных метров будет запредельно высока, я заменил это такими длинными словами, слово, так сказать, другое, вот, то тогда мы вам все скажем, что на таких условиях вы никогда не найдете инвестора. И будем играть на понижение, как на публичном предложении. И скажем, товарищ инвестор, 75 не буду, 70 не буду, 65 не буду, 60 не буду, 45, раз инвестор, да, на 45 пойду. И вы тут же говорите, если на 45 тысяч квадратных метров умножить ваши квадратные метры, то получится сумма, которая рвет проект, которая недостаточна для достройки. Да.
Вот. И тогда знаете, что получается? Вы сейчас назвали 800 миллионов. Это та цифра, которую вы посчитали. Это максимум. Это тот, который неподъемен и нецелесообразен и совершенно невозможен для инвестора ввиду того, что он не идиот. Он должен своими деньгами, простите, заниматься гуманитарным. Или тогда ему надо сказать, товарищ, вы занимаетесь альтруистическим входом на объект и теряете все свои деньги, ну, часть своих денег, в размере этой разницы. Или тогда, Виктор Васильевич, вы должны потерять эту разницу, но каким-то образом ее компенсируя, и тогда это может быть предметом дальнейших разговоров относительно тех объектов, которые находятся в вашем распоряжении, как собственника проектов планировки территории, ДРЗТ, на территории Шевченок и так далее. Но, по крайней мере, тогда и город может прийти к вам навстречу, поняв, что тут действительно патовая ситуация, вы деньги не украли. Если вы украли, то, естественно, никакой город, никакая структура это процесс вывода денег замещать не будет. Но тогда вот для всех, наверное, будет понятно, куда мы идем, с кем мы идем и как долго это может продолжаться. Потому что то, о чем вы говорите, предложение инвесторам, цена там 70, ну условно, или 68, там, или сколько вы там говорите, она и не принимается инвестором ввиду того, что он понимает, что ему надо это продать в течение 2-3 лет, возможно. Последствия, потеряв на инфляции все эти вот эти риски, которые происходят. Все. Я вот в прошлый раз примерно такое предложение уже делал. Ну, а вы не соглашаетесь. Однозначно. Тогда, если вы не соглашаетесь и не идете на это предложение, то каким форматом нам дальше разговаривать? Петр Иванович, вы немножко, так сказать, опередили, или я... Дай Бог. Нет, не совсем выдаю всю информацию. Да, когда я говорю о том, что мы собираемся привлечь инвестора, то понятно, что на вот этот объект, о котором мы говорим, где получается почти ноль, никакой инвестор не придет. Ну а тогда зачем мы говорим, что переговаривали и ждем? Соответственно, когда мы ведем разговор с инвестором, то мы говорим о том, что он будет участвовать в развитии территории в Шевченках, где он может получить определенную выгоду. Вот в таком формате мы ведем переговоры. Извините, я просто прощаюсь, что я немножко вмешиваюсь в нашу мысль все-таки в диалоге, разговариваем друг с другом. У меня просьба такая, а это на... Вот я не вижу ущерба вашим коммерческим интересам и той прибыли, которую вы, возможно, будете получать от того, что эти переговоры будут в открытом формате производиться. Люди не будут вмешиваться в процесс ваших бесед или там так далее. Вы скажете, ребят, я рассказываю, договариваюсь с инвестором, я понимаю, вы все равно всю свою тайну сохраните, Игорь Ильич, ну поверьте мне, я уверен в том, что люди бизнеса всегда знают, что тот бизнес, который они ведут сами лично, ну, которыми, собственники которыми они влияют, являются, никогда не будет раскрыт ни для одного постороннего аудитора, каким бы гениальным он ни был. У нас здесь нет ни одного аудитора и нет цели выслеживать и отслеживать вашу прибыль, ту, которую вы получите. Наша задача в другом – понять, насколько здравомыслящие предложения ваши инвестору, насколько этот инвестор, ну, может быть, он и тоже не совсем здравомыслящий. Давайте поставим рядом с ним других инвесторов и устроим некоторые состязания между этими группами людей, у которых просто есть деньги, и которые их могут вложить, чтобы на этом что-то заработать. Ни один инвестор на других условиях не заходит на объект. Ну так давайте все вместе сядем и будем смотреть. И будем разбираться, и что в этом плохого? Нет, и что, то есть инвестор захочет обсуждать коммерческие вопросы в присутствии, значит, третьих, четвертых. Знаете, я найду форму, по которой инвестору будет комфортно. Так для этого не убежит. Комфортно. Я вам даю слово, что я ночь не буду спать, но найду форму общения с инвестором, который не убежит от испуга, от того, что 2-3 человека, ну, скажем так, делегированные от сообщества людей, которые пострадали ввиду того, что вы своевременно не сдали туда дома, ну, в смысле квартиры, он будет себя чувствовать спокойно. Хорошо, если у вас тоже есть инвесторы именно в формате. Вы сказали, что да, мы призвали. Ну, вчера действительно, я, например, ничего не скрываю, пришли люди и сказали, вот мы группа таких-таких-то, мы готовы достраивать проблемные объекты, но на которых есть положительная экономика. Не, я понимаю. Ну, естественно. Речь идет о том, что, значит, в пакете, вопрос рассматривается в пакете, как я говорю, да. Садовая и некоторые... И некий объект, который является компенсацией для инвестора, если он понесет какие-то... При этом четко расписывается график. Потому что у меня, понимаете, у меня в голове, извините за выражение, вот я наизусть помню все дорожные карты всех 19 проблемных объектов города. Да. Я сейчас ночью подними, я вам все расскажу. Этот вопрос, он с самого начала так и ставился.
о том, что инвестор заходит туда в пакете Садовое и Шевченки. Ну и давайте тогда мы к этому процессу присоединимся. Присоединим к этому процессу людей. Я не говорю, что там 20 человек, но это, естественно, это неразумно. 2-3 человека, которым вы 100% доверяете, которые, ну, какое-то имеют представление о тех процессах, которые происходят за столом переговоров. Мы присядем и внимательно послушаем так, как, о чем вы разговариваете. И мы тогда скажем, да, действительно, предложение Виктора Васильевича вполне резонно, рыночно и целесообразно. Если нам так не покажется, мы вам скажем, что, Виктор Васильевич, у вас неправильное предложение. Ну, извините, так что мы вам можем сказать. Мы так просим вас подкорректировать его в сторону уменьшения тех требований, которые вы предъявляете к инвестору. Потому что, ну, это все очень просто, на самом деле, Виктор Васильевич, мы прекрасно понимаем. Интерес у инвестора должен возникнуть в результате падения цены на предлагаемые квадратные метры от вас. Вот я не вижу сейчас другого формата взаимодействия и углубления всех сторон, участвующих в этом процессе, и особенно стороны, которая страдает за то, что ипотеки, я даже не хочу перечислять все. Вы не против? Я не против. Давайте назначаем встречу прямо сейчас. Давайте так. Раз вы не против, да, значит тогда, вот, например, ну понятно, у нас завтра, послезавтра мы с вами опять по всем не устроим. Следующая неделя. Ваш инвестор готов прибыть? Мы обеспечим прибытие тех инвесторов, которые к нам приходили. Я думаю, что двух инвесторов нам удастся, по крайней мере, пригласить для того, чтобы послушать и сказать. Вдруг на них появятся сказочные условия, они скажут, да, мы готовы. Может быть, ну что-то скажут, но, по крайней мере, они будут участвовать в процессе, ну, переговоров, но по разбивке по времени. Ну, мы не будем торжище устраивать среди инвесторов там или каких-то. Ну, хорошо. Какой день недели? День-два, и я с ним переговорю. Так. На следующей неделе давайте попробуем. Сергей, ты не понимаешь, у нас какие на следующей неделе мероприятия, чтобы, которые нам сейчас нет еще, да? У нас получается следующий, я прошу прощения, следующий день начинается с какого числа? С четвертого. Четвертый понедельник, пятый, шестое. Я предлагаю четвертый пятницу взять на качество ориентира. Хорошо, давай. Да? Да. Отлично. Вот, тогда, уважаемые дольщики и люди, у которых рассрочены, большая просьба делегировать. Ну, хотите трех, пожалуйста, трех. Ну, лучше, ну, два-три. Ну, как вам будет угодно. Решим вопрос. Да. Значит, мы о порядке поведения с инвестором, чтобы не спугнуть, там, чтобы не убежали в лес сразу, мы с вами поговорим, все будет нормально. Успокоим инвестора, психические травмы не получит. Вот. И в четверг или в пятницу мы этот процесс переговоров осуществим. И нам будет понятно, где тут, в чем какой-то перекос, с какой из сторон, с точки зрения адекватности или предложения, или, ну, скажем так, входа инвестора на данный объект. Вот я так предлагаю. Есть еще какие-то другие предложения? Пожалуйста. Озвучьте, пожалуйста, с поликлиниками. Какая ситуация? Давайте с поликлиниками сейчас, когда вот к общему строю вернемся. Ну, оно у нас все в одном доме. Был вопрос такой поликлиниками, что могут вывести, да, из дома в отделе стоящее здание. Вот этот вопрос, как еще... Вы знаете, я не осмотрительно, в свою очередь, понимаете, я вам скажу так. Ну, вы тоже нас поймите, мы тоже, ну, может, ненормальные, но люди, понимаете. Вот, в чем наша ненормальность и в чем наша человечность, ну, изредка проявляющаяся. Вот оно следующее. Мы иногда, проведя консультации с вышестоящих органах государственного управления, предлагаем, мы действительно полгода назад предлагали Минстрою Виктору Васильевичу осуществить строительство поликлиники не во встроенных домах, а на отдельной территории, ввиду того, что и размещение тяжелого оборудования, и само совмещение жилого дома с поликлиникой, начиненной этим оборудованием, не совсем целесообразно. Они сказали, а что у вас есть? У Виктора Васильевича есть собственности, купленные им за 27 миллионов рублей, я прошу прощения, если вот я что-то там у вас, или там вверх, или там вниз, за 27 миллионов рублей земельный участок, который он готов пожертвовать безвозмездно для Министерства здравоохранения Московской области, чтобы они на данном участке, который позволяет разместить соответствующую поликлинику с соответствующими мощностями. Ну, там, трехэтажный, там, двухэтажный. Участок где находится? Где земля? В нашем районе? Конечно. Виктор Васильевич, скажите адрес. Я не знаю. На Калужской. На улице Калужской. Вот. И когда мы, они говорят, вам надо вопрос проработать с главархитектурой. Ну, мы побежали в главархитектуру, переговорили.
Они говорят, покажите земельный участок. Мы им показали. Говорят, не возражаем с точки зрения целесообразности. Но вы поймите, это то, что я сейчас говорю, это не принятое и не узаконенное решение. Это просто предмет для обсуждения. А как это принять и узаконить? Нет, ну подождите. Вот принять и узаконить, это будет очередной разговор в четверг, когда мы в 16.00 в кабинете, там, я не знаю, кто нас будет принимать, Министерство жилищной политики, я прошу прощения, сейчас оно по-другому называется, Минстрой, Министерство жилищной политики, как мантру надо запомнить. Нам, в общем-то, вот. Все равно, как он называется. Не, они обижаются, когда я не управляю. Ну, их нет, поэтому. Но вы знаете, уже считаете, что есть. Поэтому мы там этот вопрос еще раз поднимем. Я понимаю, что Виктору Васильевичу выгодно перенести объемы из домов на поликлинику в отдельно стоящую здание. Он предлагает за это отдать свой земельный участок, на который потратил деньги. И в принципе при вхождении Министерства образования данный проект есть. Но понимаете, это тоже надо пробивать, проталкивать. Надо, чтобы глава городского округа связывался не только с министром здравоохранения Московской области. Это уровень, скажем так, несколько выше. И этот вопрос, вот так знаете, вот мы решим сейчас, потому что мы на эту тему поговорили, ну, естественно, нельзя. Но этот вопрос не снят с повестки дня в виде того, когда нам скажут, нет, ребят, мы вам запрещаем, вот как было изначально, так и будет. Такого ответа нет. Но и нет еще и разрешения на видоизменения подобного рода. Потому что на этом участке Виктор Васильевич планировал строить мой квартирный дом, который указан у него, кстати, на проекте планировки. Но в министерстве... Его там нет. А, нету, да? Нет. А, извините, я прошу прощения, знаешь... Нет, там не торговается. Не-не-не, там ничего нет, там просто был земельный участок. Но он все равно хотел там... другой проект, усадьба. А вы где хотели строить? На Калужской. Ну там же вы и хотели строить. Да. Ну да. Правильно, он хотел строить дом там. Но его просто нет в ППТ, но он хотел его строить. Все равно хотел. Хотел, перехотел. Да, перехотел. Скажите, вот дорожная карта есть какая-то вот по этому вопросу, или она еще прорабатывается? Андрей, дорожная карта, вот смотрите. Вот сейчас я составлю дорожную карту, вот в восьмой раз по нашим встречам с Виктором Васильевичем, когда он говорит, через две недели будет... Нет, по этому участку это же вполне реально или нет? Нет, знаете когда? По этому участку принципиально будет дорожная карта тогда, когда Минздрав скажет, мы не возражаем, параметры участка к нам, и мы будем включать госпрограмму. Вот тогда автоматом она... Дорожную карту составить? Это... Так, подождите, ну тогда для этого эта работа должна начаться. Нет. Да. Эта работа, вот как говорил Виктор Васильевич, так и я об этом сейчас скажу, она начата, она идет. Но все будет зависеть от бюджета Министерства здравоохранения на 2019 год и на 2020 в том числе. Потребности в поликлинических заведениях отдельного типа. Потому что знаете, какое одно из выражений было? На Красной Горке проживает 14 тысяч человек. Они говорят, отдельное стоящее здание от 40 тысяч выше. И вот раз, и сразу пауза. И от мы... нас нужна какая-то помощь, мы можем составить письмо. Вот, вы знаете, вот можем, когда надо будет помощь, мы сразу же скажем. Но понимаете, есть же нормативы тоже, которыми они регламентируют свою деятельность. Здесь на самом деле, вот если вы думаете, что вот как просто пальцем ткнул, вроде раз и поехали, это в частном порядке на своей частной земле и в своем огороде. А вот когда это касается вот массовой застройки или такой застройки серьезной, там везде вот эти нормативы. И когда мы приходим к тому, там многие люди в городском округе, да, действительно возмущаются, вот кузнечики. Но там же специфика, во-первых, 50 тысяч населения раз, ни одного социального объекта два. А сколько там поликлиник, напомните? Одна. Одна? Вот сейчас построена одна. Ну, смотрите, здесь же вы сказали, вот не частная территория, здесь как раз-таки частная территория, и человек отдает ее под застройку поликлиники. А в чем проблема-то? Проблема в том, что бюджетные деньги должны тратиться в том числе. Понимаете, там очень просто. Сидят люди, которые смотрят регламент. Вот я сам бываю иногда членом межведомственной комиссии, и вот сидишь, смотришь. Допустим, у меня по регламенту, вот если пирожок, условно прям все, пирожок превышает половину листа, его есть нельзя. Он съедобен, он великолепен. Но чем, если он половину пирожка, его кушать нельзя. Хотя он полностью соответствует желанию владельца его съесть. Его надо обязательно уменьшить. Начинают люди говорить, мы не можем уменьшить, потому что... И начинается вот эта сложность с точки зрения соответствия этого объекта всем регламентам всех министерств, всех ведомств и подведомственных учреждений, которые могут сказать, там не должно быть уклонное место, там не должна быть санитарно-защитная зона от каких-то других объектов. Там должна быть пешая доступность не более там, 300 метров для маленького ребенка, если это детское отделение. И начинается. С одной стороны, хорошо, когда мы создаем такую суперкомфортную среду, чтобы вообще всем было хорошо. Но мы всегда говорим, к сожалению,
На данной территории реализуется договор развития застроенной территории не в чистом поле, как строят, ну, извините за выражение, ПИКИ там, или другие компании. Они садятся в чистое поле и красиво, как по линеечке, расставляют все и социальные объекты, и дорожную сеть, и прочие объекты, и не только социальной сферы. И все здорово получается. А когда мы приходим, надо дом снести, людей расселить. А наши люди как расселяются? Я живу в прорезидентной квартире. Вы меня не снесете до тех пор, пока мне не дадите 3 квартиры, или там 2. Или так, вот я сейчас, у меня прописано 8 человек. Каждый из них хочет жить в отдельно взятой квартире. И у нас, а у нас по нормативу, понимаете, у нас норматив. Коэффициент 1,4. То бишь, что это означает? Если дом под расселение, это вот я предвосхищаю те вопросы, которые будут, естественно, задаваться наверняка в данной аудитории. Если дом условно 1000 квадратных метров, то по нормативу мы не можем на этот весь дом дать более 1400 квадратных метров нового жилья. Просто не можем. И при этом люди из одной квартиры могут из 80 метров, из 40 метров, ну, скажем так, или я не выйду, вы меня не выпишете, потому что, ну, мы же не можем силы человека выселять. И понятно. Все. И это сложность. И ее преодолеть только путем межличностных переговоров субъекта с субъектом. С приватизированными разговаривает застройщик, с муниципальным фондом разговаривает администрация. И мы ломаем копья, и не только ломаем копья, и призываем к здравому смыслу, но при этом, когда вот люди с одной стороны говорят, мы хотим, а когда видят, что появляется возможность расселиться, надо расселиться так, чтобы квадратные метры увеличились, ну, там, в 3 раза. А если мы отошли от поликлиники. Если чтобы остались квадратные метры, вот, допустим, двухкомнатная квартира. Приватизированная? Нет, не приватизированная, муниципальная. Там прописано 4 человека. Да. И почему-то застройщик хочет дать однокомнатную квартиру. Не имеет права. Даже не имеет права. Вот скажите, нет, пожалуйста. Подождите. Можно прямо в глаза его сказать? Не, можно. Вы, наверное, путаете. Знаете почему? Нет. Потому что расселение муниципального фонда, да, занимается администрация. Администрация пересылает на него. Не может быть такого. Да есть. Точно у вас не приватизированная квартира? 100%. Не может быть. Вот Ирина Александровна Ешова, я у меня тут. Вон она, Маша. Вот это единственная женщина во всем городском округе, на плечах которой лежат все расселение, переселение и прочее. Она этим занимается, во всей администрации. Вам еще раз говорю, муниципальный фонд, ваше переселение, они нам отдают квартиры, мы их оформляем и передаем их вам. Правильно, Александр? Да, ну, то есть получается, крайний человек все равно он. Нет. Он, не он может... же вам передает квартиру. Нет, он нам передает для вас двухкомнатную квартиру. Мы не можем дать вам однокомнатную квартиру. А когда он передаст? Но... У нас в соседней комнате потолок упал. Нет, подождите. Ну, мы сейчас говорим о разных вещах. Когда передаст двухкомнатную квартиру, это один вопрос. Но то, что он, не то, что он, никто даже в голове не имеет, такого даже прецедента не было, чтобы человеку, проживающему в двухкомнатной квартире, будь она приватизированная, или нет. Но приватизировать, кстати, вы имеете право сами договориться. Вот, понимаете, это реально. Вы можете вообще даже за деньги ему отдать ее и не брать квартиру вообще. Это ваше право как межличностное общение. А если ее нельзя приватизировать? Если нельзя приватизировать, если она муниципальная, получаете двухкомнатную, муниципальную, с увеличенной площадью, ну да, плюс-минус 6-8 квадратных метров, из-за того, что, ну, такая, наверное, как маленькая, как у вас сейчас, а она в новых домах уже двушек не бывает. Сейчас однокомнатная квартира 36. Ну и какой выход из ситуации? Вы 100% при расселении вашего дома, установив законном порядке, получаете двухкомнатную квартиру большего метража. Ну, вопрос по времени. Мы ждем, когда соседний адрес Садовая 3. А, Садовая 3. У вас там, Ильинсан, если память мне не изменяет, и там и те переселяют, и эти переселяют. 4 квартиры в благодострое и 6 квартир у мамы. Вот, вы знаете, по номеру квартиры не скажу. Ваш номер какой? 12. У нас Виктор Васильевич нас переселил. А у вас Виктор Васильевич, да? То бишь, у вас 12 квартир, Виктор Васильевич. Ну, Виктор Васильевич, ну, можете пояснить, вы куда-нибудь переселяли людей из двух комнат? Да, нам предлагали однокомнатную квартиру. Предлагали? Ну, как предлагали? Он, между прочим, еще с сентября нам говорил, что от колхозной 55. Ну, как бы все. Вот мы сидим, ждем. Да, ну, просто потому что... Не, я просто к тому, что там может быть несчастный случай в этом доме. Там, говорю, в соседней комнате упал потолок. Вот он упал. Почему он не может упасть и в нашей комнате? Да. Кому-нибудь на голову упадет. А виноваты будете вы. Не он, Виктор Васильевич обещает это с августа месяца с нашей встречи с телеканалом «Россия».
как бы да. Я прошу прощения, давайте так. Вот мы нисколько не уходим от вашего вопроса. Мы сейчас давайте закроем тему с инвесторами. Четверг, пятница, два, правильно? Как мы сказали, договаривались, вы приходите. Ну, три, хорошо. Три человека, инвесторы, Виктор Васильевич, четверг, пятница, время будет уточнено. В понедельник, вторник доводится до участников всего этого мероприятия. Мы это все. Значит, эту тему мы прикрыли, продолжаем наш тогда вот тот разговор, о котором вы говорите. У вас, Виктор Васильевич, у вас четыре квартиры садовые. Вы, у вас, согласно вашего плана застройки, в какой дом переселяете? Колхозную. Колхозную. Да. Это в шестой этаж? Да. Или какой? Да. Ну, чтобы переселить людей в шестой этаж, вы нам должны его передать, этот шестой этаж, в виде муниципального жилья по... На законных основаниях. На законных основаниях. На законных основаниях, ну, тогда... законом введенного долга. Долг. Тогда вот да. Я понимаю, что вы сейчас как-то подводите нас к тому, что вы работаете в этом направлении. Мы знаем, что вы работаете. Тогда срок получения основания и законности шестого этажа дома на Колхозной. Минимум 4 месяца. Потому что сейчас проблема возникла, мне надо будет делать, исправлять немножко проект. Я работаю, я все строил, разговариваю, с архитектурой работаю специально, этим занимаюсь, стараюсь усвоить этот процесс. Андреевич, мы вот с глубочайшим уважением относимся к вашим стараниям и всем действиям, связанным с узаконением шестого этажа. Но вы поймите одну простую ситуацию. Мы сейчас здесь были сейчас дома, пили бы чай, смотрели футбол «Спартак». «Локомотив». Смотрел «Локомотив». Мы с горечью сердца сейчас, ну, переживаем за... Не будем говорить, какую команду, только обвиняем в том, что не за ту команду болеешь. Вот. Витязь. А мы сейчас разговариваем, а? «Витязь». Ну, «Витязь», само собой, да. Вот. А, мы сейчас обсуждаем тот вопрос, который волнует людей, перед которым у вас обязательства. Они прописаны в договоре. Планы, графики и прочее доведены до людей. И как бы нам было неприятно выслушивать упреки в свой адрес, мы обязаны их выслушивать лишь только потому, что мы, как власть, не можем до конца понудить вас к исполнению вами тех обязательств, которые написаны в договоре. Там написано две стороны – администрация и застройщик. Администрация написана «обязана», двоеточие. Найдите пункт, который не исполнен администрацией. Найдите. Не найдете. А вот найдите пункт, который не исполнил застройщик по обязательствам перед администрацией, как главным дольщиком. Потому что к администрации передаются квартиры на переселение, квартиры на обеспечение многодетных семей, сирот, инвалидов и прочих социальных групп граждан, которым положено получать одну квартиру. Мы это все не получаем. Мы не получаем деньги в бюджет от инвестиционных вкладов, которые застройщики должны вносить туда. Мы вот об этом вообще не говорим. Мы сейчас говорим о тех людях, которые заплатили свои деньги из своих физических лиц. Ну тогда будем отвечать и будем встречаться только сколько нужно, только с вами. Понимаете? И Сергей Александрович, не обидуйтесь. И Сор Мансурович до встречи главы сказал, что мы будем встречаться с людьми. Вот сегодня, я знаю точно, глава ему звонил. Выглядит по нашему личному, наверное, специально сюда включил. Села батарейка просто. Да нет, случайно. Конечно, можно. Конечно, пожалуйста, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Вот в прошлом году мы купили квартиры по предварительному договору на Литейные и Народные. Нас 31 человек. Нам обещали, что когда получится РНС, то оформите нормальный договор долевого участия на наши дома. А временно мы внесли деньги как бы на Садовую. Оформили нам такой договор. То есть, получается, нас обманули. Слушайте, мы с вами уже разговаривали на эту тему. Со мной нет. Да, очень вот. Похоже, женщина зашла. Ну, мы, видимо, все знакомы. Ну, мы же эту тему уже обсуждали. Подождите, как обсуждали? Да, вы знаете, что... Вот вы нас с первым... Подождите, я еще не договорила. Вот мы первый договор этот, долевого участия, предварительный, да, ждали. Вот сейчас он переоформится. Получает фирма разрешение на строительство. Проходит после этого две недели. И формируется новая компания «Главградстрой», которая занимается строительством вот этого нового квартала. А мы, получается, вот с этими предварительными договорами обмануты. Договор долевого участия, говорят, оформить невозможно, потому что получилась другая компания. Мы, в принципе, вот нас 31 человек, мы не хотели получать там эти квартиры. Вот мы живем все там, нам нужны квартиры на Литейной и на Народной. Представляете, какая получилась ситуация? Прямо как специально. Две недели после РНС, новая фирма, и мы остаемся ни у дел. Виктор Васильевич, ну,
Объясните ситуацию. А можно это не комментировать? Это отдельно вообще тема. Как не комментировать? Комментируйте, комментируйте погромче. Какой позор? Какой позор? В чем обещали, позор? Мы обещали. Вот вы руководитель, да, генеральный директор, обещали, что оформите эти договора. И что получается? Лично я вам обещал? Обещали. Лично я? Да, договор подпись подписан вами. Там да. Есть хоть одна моя, да, подпись? Да, есть? Вот первый вариант договора нет, подписывали подпись вы. Подпись моя есть там? Первый вариант договора подписывали вы. Нет. Да. Ни одной подписи нет. Вот раз, как, человек, как, я не понимаю, что меняется ситуация? Подождите, а можно я объясню? Может, вы несете от меня ответ? Я чуть не понимаю. Это такой обман вообще? Давайте да, разберемся. Пожалуйста. На сегодняшний день решение найдено. Подготовим договор. Каким образом это будет происходить? Еще один предварительный договор. Вот хоть верится, хоть не верится. А можно вот так нам бестолково объяснить по-русски? У людей написано, заключен с вами предварительный договор. Должен быть договор нет, для его участия. Никакого предварительного договора нет. На сегодня, ну как шапка этого документа? Подождите. Предварительный договор, да. Можно с собой нет у вас его? Можно с собой нет у вас? Ну или в телефоне. Надо было взять. Ну это мы уже верим на слово. Нам Петр Владимирович. Нас 31 человек, нас много. Я объясняю, что люди купили квартиры, внесли деньги на садовую. Договор ДДУ зарегистрирован официально. Да, но здесь нам никакого. нам обещали квартиры на Литейной. Просто говорят, пока нет РНС, чтобы у фирмы были деньги. Да, у нас так выманили деньги, скажем, выцеганили. А, то есть, положите вы покупали, наконец-то надо. Да, обещали нам на Литейной. Представляете, что думали, творится? Что вы покупаете, вернее, вы хотели покупать на Литейной. Да, изначально. А вам сказали, вы пока заключите договор по Садовой. Да, чтобы деньги с нас взять, да, вот так вот сделать. Да, а потом эти договоры будут переоформлены на соответствующие договоры по тому адресу, который вас. Нет, понятно. Представляете, что творится, да? Это так некрасиво. Нет, тогда мы просто сейчас работаем каким образом? Потому что получилось, что две разные фирмы. Тут юридически. Ну это же вы сложно. Сами сделали две все. Фирмы. Ну вы можете сказать, вот как вас зовут, пожалуйста? Ирина. Ирина, можете сказать, что Ирина получит квартиру на улице Несадовой, по которой ее вынудили заключить договор. Ее никто не вынуждал. Вынудили, обманили. Если человек говорит, что... Ну как можно вынудить? Вы нас обманули. Нет, подождите. Можно вести не вынудить, можно вести заблуждение. Ну, можно сказать, что это промежуточный этап каких-то действий, которые впоследствии будут исправлены. Итак, 31 раз. Сколько раз? Мы все в этой жизни по 1000 раз вводили заблуждение в разных организациях. Но и в этой ситуации, не будут люди врать, которые действительно, вот зачем, смысл, хотят покупать на, мы можем сейчас, смотрите, давайте так, в администрации на следующей неделе, в среду, мы соберем все 301, да? 31. Я прошу прощения. 31 человек. Если все 31 человек нам скажут, что мы изначально собирались покупать квартиры на Литейной, на Народной, но ввиду того, что какие-то сложности были у компании, но вы хоть вспомните тех людей, которые вам так говорили? Ну, менеджеров там, да, все-таки. Конечно, вспомните конечно, же, да? Я помню, да. Поэтому я купил квартиру на Садовой, но я знаю одного человека лично, которого так вот обманули. Я знаю. Отлично. Тогда, Виктор Васильевич, знаете, вот мы уже надо фамилии менять на Шерлок Холмс и еще остальные другие всем тут нам. Тогда, в четверг, на экспертно-технический совет, вам большая просьба. Мы на экспертно-технический совет. В 10 часов утра. Наше любимое время. Да, она не любимая. У нас время все любимое. Все, к сожалению, не можем. Не можем, да. Вот... Да нет, я не про вас. Я как раз говорю про 31 человек. А мы про нас. Смогут 10 часов утра прийти? Я скажу всем, кто... Да. Знаете как? Могут... Не надо 31 человек приходить. Пусть придет 3 человека, но у которого будет фамилия, имя, отчество того человека, который четко и поставит подпись. Я такой-то, такой-то покупал квартиру на Литейной и на Народной, но мне дали... Подписался и фамилия, имя, отчество и телефон. И договора свои захватить. Не надо нам договора. Мы... Один договор нам достаточно. Один договор нам достаточно. Мы по этому, скажем так, шаблону мы понимаемся... Скажите, только один вопрос. Но вы отрицаете вообще факт вот такого, скажем так, введения заблуждения людей или что? Нет, я не отрицаю факт такого
действия, это наши внутренние там некоторые разборы. Слушайте, вот у вас внутренних вот этих разборов уже настолько набежало. Мы не против ваших внутренних разговоров. Самое главное, чтобы люди не были недовольны тем, что ваши разборки касаются непосредственно их чаяний и возможности покупать квартиру там, где они хотят. Такие разборки называются мошенничеством. Ирина Сана, ну, пожалуйста, пишите заявление в милицию. Этот вопрос отдельно выносим. Вы знаете, можно написать не только в милицию. Можно и Следственный комитет, в прокуратуру, куда угодно. Я просто, знаете, вот, честно говоря, я немножко это не понимаю. Я, конечно, мы все какие-то где-то, может быть, что-то неправильно скажем, где-то не так там что-то изъяснимся в чем-то. Но, а зачем обвинять? Ну, не в мошенничестве. Да нет, ну, это мошеннические действия. Если вы людей вводите в заблуждение. Никто вам не сказал, что вы мошенники. То есть, прекратите. Человек просто сказал, что когда они покупали квартиру, им сказали купить так. Если вы хотите, значит, грубо говоря, упереться в вопрос, сказать, а у вас в договоре прописано садовые, идите все на все четыре стороны, а у людей, ну, понимание понятийное, и то, которое было изначально, когда они покупали, что их заставят это сделать, ну, тогда мы тогда будем вот именно так и квалифицировать. Ну да, по-другому не будет. Но как по-другому? Ну, получается так, что вы людей заманили в садовую таким непонятным способом, а мы тут пытаемся искать инвестора, а у вас вот 31 инвестор, который случайно залетел путем вот такого обмана. А Литейная там уже как бы достроена? Что там вообще с домами? Нет, тоже не достроена. Слушайте, вот, Ирина, а где вы раньше-то были? А чего вы раньше-то не приходили? Вот я, честно говоря, об этом узнал вот только вот сейчас. Я вообще не знал об этом факте. Чего наши тут заходили? Пока садовый далеко не шли, вопрос еще. Сейчас, секунду, сейчас, Ирина. Нас очень долго кормили завтраками, что вот оформим, ждите, да? Вот, вы извините, я занимаю ваше время. В ноябре нам сказали, что хорошо, мы вам переоформим ваши ПДДУ, вот эти нормальные договоры. В ноябре нас начали приглашать на собеседование. В ноябре, может, начали прошлого года? Да. На собеседование. Вначале первым людям говорили, заплатите деньги, там 300-400 тысяч, ваши договора будут переоформлены. Когда эти люди сказали, что это слишком дорого, мы не хотим больше доплачивать. Я прошу прощения, 300-400 тысяч за что платите? За переоформление на Литейную, чтобы с ПДДУ было оформлено на ДДУ. А 300 тысяч за что? За переоформление, потому что... За, как... только за то, что метр в метр совпадает при... Ну, я не знаю, как это там... Все это хитрые такие хитросплетения, в общем. Метраж совпадает, тут метраж, вас... метраж совпадает. Там просто чтобы переоформить, именно типа, как я не знаю, взятка, отпускные, как это называется. Я не экономист. Я не экономист, я этого не знаю. Но когда люди стали отказываться, извиниться, то сказали, что, к сожалению, переоформить нельзя вот это. Кто конкретно вам это говорит? Назовите фамилию. Вот вы сейчас называете цифры 300-400 тысяч. Фамилию назовите. Это были первые там 4 человека, которым предлагали вот эти договора. Кто конкретно вам сказал об этом? Ведь вы сейчас скажете миллион, 2 миллиона. Нет, ну конкретно, нет, скажите. Видите, знаете, вот Ирина вообще не производит впечатление человека, который когда-то что-то прям хочет синусовать. Ну, извините, я первый раз слышу о том, что предлагали 300-400 тысяч. За что? Ну, давайте так. Вот, я вас очень прошу, Ирина, знаете как? Вы когда пойдете, вот, или те люди, которые пойдут на ИТС в четверг, вот пусть вы все коллективный мозг напрягите, вспомните пофамильно тех людей, которые вам это все говорили. Когда говорили, кто говорил, в каком офисе это происходило, на каких условиях собирались вам переоформить квартиры с Литейной на Садовую, чтобы, понимаете, чтобы вы были вооружены вот всей информацией относительно подобного рода явления, которое вот мне сейчас вообще даже непонятно. Вот скажу честно. Ну, это такое мошенничество получается, честное слово, и нас обманули. Ну, а когда вышло, что люди не хотят доплачивать деньги, то говорят, извините, подвиньтесь, у нас другая компания, мы вас, к сожалению, переоформить не можем. Значит, оставайтесь на садовой. Правильно Андрей сказал, я с ним полностью согласен, на все договоры, ксерокопии. Да, ксерокопии всех договоров должны быть у нас все. Любых, которые, все, что вы платили, вот чеки, что, если что есть. Вам предлагалось, все. Куда, откуда, все ксерокопии. Вот все, что касается процесса покупки на Садовой, твое предложение на Литейную, вот все, что есть, что вам предлагались, вот все должны принести. А сейчас мы понимаем, что, конечно, единственный выход это нормальный договор долевого участия. А сейчас нам что предлагают? Вот опять-таки, тут чуть ли не шепотом говорится. Нам сейчас предлагали заключить такой договор о бронировании, трехсторонний. То есть мы, главградстрой, главградострой, вот, что квартиры будут забронированы, а когда дом будет построен, то мы, значит,
продадим свои квартиры на Садовой, представляете? И потом на эти деньги сможем купить квартиры на Литейной по ценам прошлого года. Это что такое вообще? Очередная афера? Я вас очень прошу. Внутренние разговоры. Все документы, которые в том формате, фамилии, имя, отчество всех людей, которые вам это говорят, вот большая просьба. Чем больше и полнее информация будет у нас, тем предметнее мы будем разговаривать с Виктором Васильевичем вчера. Спасибо большое. Ну, после этого можно представить, какие переговоры ведутся с инвесторами. Я бы на вашем месте вообще бы не ждал никаких инвесторов. И, ну, это вообще просто, я не знаю. Нам предлагали за свои деньги достроить, но пока не готовы. Я вам предлагаю... Обанкротить их, найти нового инвестора. Первое. Может, я сяду? Да, давайте в другую группу Я понимаю, что вам не очень приятно, но это не очень приятно. Мы-то вот понимаете, Владислав Олегович, заместитель по ЖКХ, Павел Иванович Максимович, они не имеют вообще никакого отношения к застройке с точки зрения самого процесса. По эксплуатации, да. Каждый там выражение интересов граждан, да. Но мы слушаем, все сидим. Поэтому пока вот есть вопрос у людей к вам, мы будем стоять там. Петр Владимирович, очень хотелось бы еще господина Сурова послушать. Сейчас, секунду, вот там Андрей Шлайк просил. Девушка тоже. Сейчас. По Садову, значит, вопрос еще. Просьба к администрации проверить озвученную информацию, то, что на дома Садовой корпуса Б потрачено 1 900 000 000, а в то же время... Получается, мы 1 900 000 000 потратили, построили половину. И нам сейчас говорят, что нам на достройку оставшейся половины, будущую внутреннюю отделку, хватит 700 000 000. Там не хватит этих денег, я тоже считаю. Честно говоря, очень сомнительная такая информация. Вы знаете, я с вами согласен полностью, но есть маленький нюанс в этих действиях. Все действия, которые носят внутри себя или там называются проверками, мы не имеем права проводить, мы обращаемся в прокуратуру и в УВД. Мы пишем, мы по каждому застройщику, сейчас Виктор Васильевич, те дома по заявлению граждан будут признаваться в проблемах. И Садовая, и так далее, и так далее. Мы сейчас пойдем в четверг. Прежде чем, есть такая, регламент. Прежде чем дом признавать проблемным, нужно получить заключение органов, правоохранительных органов УВД и прокуратуры о том, что там нет нарушений финансовой дисциплины с точки зрения принятых денег и освоенных, или каких-то иных выводов. Либо кто-то из дольщиков может подать на банкротство. Уголовное дело. Данной организации. Есть ответ из прокуратуры о том, что все отлично. Я вам скажу так, мы же, вы хотите, чтобы еще за прокуратуру мы отвечали? Нет, я вам что есть ответ. Я тоже понимаю, но мы делаем то, что в нашей компетенции, в рамках наших полномочий. Нам предписано поступить вот так, мы так поступаем. Соответствующим образом это все, естественно, будет сделано. Мы сами не имеем права, и, кстати, застройщику нам не предоставляют это. То, что прямо официально пишут, уважаемая товарищ администрация, если вы нас затребуете, много застройщиков так пишут, не буду их называть всех, Виктор Васильевич, правда, так не делает, мы и не спрашиваем эту информацию через так, то это является коммерческой тайной. И, соответственно, только по запросу правоохранительных органов. Наши деньги, А вы знаете, вы же поймите, что правоохранительные органы именно так поступают. Или у них они используют своими специалистами, или привлекают специалистов. Мы имеем право собрать деньги и нанять аудит. Мы свои деньги туда вложили. Да, вы знаете, я думаю, что вы никогда не соберете деньги на аудит, ввиду того, что вы одна, вы согласитесь, а все остальные. Да потому что он не хочет никаких инвесторов. Он хочет получить... Про инвесторов мы с вами решили. Вопрос, что в четверг или в пятницу, этот вопрос мы будем обсуждать. Давайте еще вопрос. Можно я поясню по объему? По объему можно пояснить? Да. Почему вы решили, что половина объема выполнена? Выполнена. Потому что мы глазами видим. Выполнено 6 секций полностью конструктив. Подождите. Он выполнен до конца. Выполнена полная парковка под всеми корпусами. Она идет под всеми корпусами. И площадь между корпусами. И выполнено 4 этажа 4 секций. 1Б. Какой процент? Во всяком случае, процентов 60 выполнено по 1А корпусу. Да. По корпусу. Даже 35 где-то процентов по корпусу 1Б. Потому что была проверка, 4 секции, там все на все, не 6 секций, 4 секции и 4 этажа выполнены. Вы сами суммируйте. 10%. Где же вы видите половину?
там будет достаточно. Где же? 700 миллионов, это не 45% от 1,9 миллиарда. Андрей Владимирович, не надо просто такой в готовом виде, но в неотделом жилье, сколько тысяч квадратных метров построено сейчас? Ну, сейчас затрудняюсь сказать, как. А вы, вот вы не затрудняйтесь, вы скажите, потому что, когда вы назовете эту цифру, вам будет примерно скажут, сколько денег понадобится. Я слушаю по объему, потому что один А корпус, он 6 секций, а один Б, он 4 секции. Я прошу прощения, мы сейчас можем разговаривать о людях, которые один или карлик, или другой великан. У одного рода 1,5 метра, у другого 2,5. Поймите, существенная разница. Сколько тысяч квадратных метров построено? В готовом виде, который, ну, можно считать законченным строительством. Вот если назовете цифру, мы ее умножим на себестоимость жилья и скажем, какое количество денег потрачено вами на это строительство. Но если вы не готовы, то все не готовы. В этажах, и не, значит, не будем тратить на это время, давайте вы в четвертом. Давайте по Садовой 14, давайте Сурова послушаем. Значит, по Виктору Васильевичу, вот девушка хотела, да. Я по поводу комфортной 55, у меня такой вопрос. По поводу отопления, у нас второй год уже стоит. Это вообще, да, с вами согласен на 100%. Мы сейчас подавали на перерасчет, чтобы нам перерасчитали отопление. Нам пришел отказ, вот у нас несколько человек, которым нам пришел отказ. У меня в трехкомнатной квартире работает 4 обогревателя по 3 киловатта. На ночь я выключаю, так как я переживаю с включенными обогревателями, чтобы дети спали, мы точно так же. Что это за такое? Мы куда не обращаемся, нас везде посылают. Вас везде посылают. Мы говорили за всеразличные, то, что мы уже все сделали. Мы уже шайбы какие-то купили, чтобы в этих двухэтажках жары не было, Ташкента. Если на... Мне лично, я говорила вот как раз вот... А как вас зовут? Виктория. Виктория. А мне звонит девушка постоянно. Какая? Может быть, я. Я часто звоню. Вы приемную, приемную. Вы мне звоните, Ольга, да? Скорее всего. Не, Ольга, да, точно, точно. Ольга, да, Ольга. Да, мы соседи. Да. У нас теперь новая такая ситуация. Причем вот у нас получается на пятом этаже, я не знаю, как сделано так отопление, как это так работает. То, что у нас на пятом этаже все ходят в шортах, в футболках, в майках. Но как вот я лично разговаривала, вот во втором корпусе говорят, у нас очень жарко. У меня лично просто вообще, не знаю, у меня холод. Когда приходит замерщик, я пишу заявление. Он приходит, когда плюсовая температура на улице. Приходит, когда ему захочется. Я считаю, то, что написали заявление, холодно. Должен прийти замерщик и замерить температуру. А потом они, естественно, отказно пишут. У меня очень холодно в квартире. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы у нас все-таки как-то потеплело. Я эту тему знаю очень хорошо, ввиду того, что знания, конечно, это не дает вариантов практически решений полноценных, но, значит, первоначально, вот давайте прям, я коротко, но сначала и быстро до конца, в течение там 3 минут. Изначально вы не имели права туда заселяться, ввиду того, что дома не введены в эксплуатацию. Сами понимаете, по какой причине господином Вишневым Виктором Васильевичем этот акт был произведен, дабы уберечь его, самого себя, от тех исков, которые вы бы начали его предъявлять. То бишь, когда вы все-таки въезжали туда, вы, наверное, ну, я не, вот поймите, никакой вины вам мы не предъявляем. Я бы на вашем месте поступил бы точно так же. Вот точно так же. Но они не имели права вас туда вселять. Почему? Потому что дома не обеспечены по постоянной схеме теплоснабжения. Потому что сейчас вы запитаны от той котельной старой, которая является котельной муниципального предприятия Подольской теплосети. И эта котельная работает на износ, на полном объеме, на всех мощностей, исчерпывая все эти мощности, которые отапливают те вот эти ветхие домики, которые рядом через дорогу от вас находятся, в том числе. И когда возник вопрос о неудовлетворительности отопления, возникает опять следующий вопрос. Вот там господин Суров сидит, который, ну, работает в компании «Диском». Сергей, сколько вы работаете? Давайте его тоже пригласим, у нас тоже, да, вопрос давайте. Параллельный, ну, как раз. Вопросов нет, пожалуйста. Вот. Но до него работал господин Третьяк, генеральный директор, с которым я еще был знаком в 2016 году. Они должны были подвести к этому дому теплотрассу от новой котельной, которая бы обеспечила в полном объеме и в тех параметрах тепло на этот дом. На которой еще нет котла. На новой котельной. А котельная запущена только на первую пусковую очередь. А дом находится на обеспечении во второй пусковой очереди. Между собой два застройщика. Каждый из них считает себя правым. Приезжает собственник Дюскова, говорит, что Виктор Васильевич недоговороспособен, ввиду того, что Виктор Васильевич говорит, недоговороспособен. Это я вам говорю не для того, чтобы вам, знаете, мозг запудрить. Я просто объясняю ситуацию.
Теперь как выходить из той ситуации, которая есть? Когда мы в первый раз в прошлом году столкнулись, ну вот так серьезно, вот, я в прошлом году не с 18 на 19, а с 17 на 18 год зимой, когда было всеобщее возмущение граждан, когда мы приехали и начали искать, Подольская теплосеть говорит, я не имею права подключать эти дома, ну, ваш четырех, вот этот корпусник, к своим сетям. Почему? Потому что если я вас подключу, посажу вот этих, ну, эти дома. Соответственно, мы говорим, что нужно сделать? Мы, честно говоря, долго уговаривали Подольскую теплосеть, и слава богу, они пошли на встречу и сказали, нужно произвести некоторые технологические изменения за счет компании «Главгородстрой». Заключили договор, вы помните, там на ТСах сидели по 25 раз, требовали, а быстрее оплатите, а быстрее оплатите. Все лето они тянули, 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 и под осень оплатили этот договор, и в конечном итоге произвели технологические изменения, позволяющие Подольской теплосети поддерживать температуру в домах, ну скажем, в том формате, который комфортный для жития, чтобы можно было мыться, купаться и так далее. Происходит именно так. Смотрите, когда большие минуса на улице, жалоб нет. Как только температура... Нет, сейчас уже минус 5. Уже 0. Я имею в виду, от мороза холодно даже было. А, ну, вы знаете как, вот все... 16-17. Вот смотрите, я вам скажу, вот смотрите. Технологически, вот технологически, все, что возможно использовать из системы теплоснабжения домов и прилегающей, и той котельной, куда вы запитаны, выбрано все. Выбрать оттуда ничего нельзя. Единственный момент, когда падает температура, то есть повышается температура на улице, повышается, не падает, повышается, тогда параметры работы котельной становятся таковыми, что у вас там вообще холодрыга, и у вас вода еле теплая, и батареи комнатной температуры. Нет, ну, я сам их шучу. У нас вода горячая, в принципе. Не-не-не. Это все зависит, понимаете, от стояков, от регулируемости внутренней аппаратуры. Это просто, знаете, технический расчет должен быть сделан. Возможно. Виктория, но я вам давайте пока о внешней, а потом о внутренних сетях. Вот по внешним сетям выбрать для вашего дома из тех сетей, которые на сегодняшний момент существуют, вообще ничего нельзя. Вот, ну, если хотите, вынесем вопрос на ТС, приходите, специалисты теплосети, или в следующий раз, когда будем встречаться, допустим, через месяц, как мы там по регламенту сейчас определимся, в конечном итоге, попросим представителей, которые это объяснят. Но вот поверьте, мы с Виктором Васильевичем смертным боем бились прошлую зиму и сейчас, когда мне звонят, понимаете, говорят, помогите, а я чем могу помочь? Я могу только или сюда позвонить, или в теплосеть. Теплосеть мне приносит акт, в котором написано, параметр, подаваемый на ЕТП, соответствует. Входная температура 67, выход температуры 63. Товарищ Гапонов, чего вы к нам придираетесь? Это все товарищи Главгородстрой. Главгородстрой присылает акт, подписанный их сотрудниками, в котором написано, у нас все нормально, параметры теплосети. И начинаешь их состыковывать, начинается, ну, короче, там не пойми что. Но я не к тому, что... Хочу вас там опять сказать, но на самом деле проблема и техническая, и не техническая в том числе. Я, Андрей Ильич, вам помните, когда сказал, вот каждая жалоба должна рассматриваться в первую очередь не у меня в приемной, а у вас на вашем мобильном телефоне. И если людям некомфортно, вы же, ну, у вас же есть организация под названием РЭО, насколько я знаю. Нам говорят, 18 градусов, это комфортно. Нет. Знаете, вот спросите, сколько в квартирах или в домах уважаемых людей, плюс 18 ни у кого нет. Потому что плюс 18 некомфортно. В казарме, в армии, плюс 18 на 6 плюс 2. Понимаете? Все комфортно. Норматив для солдат, здоровых мужиков, которых греть нет смысла. Вот, они сами согреются. А здесь у нас дети, поэтому выше, меньше 22 это некомфортно. Нам понимаете? Лично, вот мне лично, говорят, 18 градусов есть, все хорошо. Неправильно это все. Вот, слушайте, вот, я хочу что сказать. Вот, Андрей Олегович, компания РЭО есть у вас? Есть. Эксплуатирующая компания? Эксплуатирующая. Вы людей вселили незаконно? Незаконно в этот дом. Оплату снимаете? Оплату снимаете. Перерасчет электрической энергии, которую они переиспользуют за то, что вы ненадлежащим образом, неважно по какой причине, не подаете теплоноситель в установленном законном порядке или нормативном порядке. Будьте любезны, перераспределите свои финансовые ресурсы или снимайте с них плату, например, за электроэнергию, хотя это не выход из положения, потому что теплее там не станет. Или отрегулируйте все стояки таким образом, привлеките специалистов, если у вас, ну, как бы не хватает таланта и понимания. Если действительно там очень жарко, а где-то там ниже очень холодно, тогда проведите комплексное обследование. Давайте соберем еще одно совещание. Мне это слово совещание, оно у меня уже вот здесь уже сидит, понимаете? Вот. Но этот вопрос ваш. Это ваша стопроцентная компетенция. Здесь не должно быть ни присутствия никого, ни администрации. Вы людей в качестве счета используете на своих объектах.
они взрывают телефонами и правильно делают администрацию, которая каким-то образом должна регулировать все на своей территории. А вы в стороне. У нас, знаете, еще какой вопрос? Они говорят, из котельной она властей выходит нормальная температура, доходит до нашего дома и в бойлерной. Там как-то уже распределяется, и у нас уже поступает вот уже в квартиру, оно еле-еле. У нас батареи, они просто тепленькие. А мы должны платить 100% за что? За то оплата. Октябрь 1300 однокомнатная. Сегодня пришло 3077 рублей. А можно уточнить, а вы кому платите? РЭО. Да. РЭО. У вас не прямой договор с снабжающей гвиздачей, правильно, в данности дома? Вот, видите, понимаете, вот, я уже не знаю, уже, знаете, я, мне уже, честно, слабо уж эмоции все кончились за весь сегодняшний день. Если бы все с полсутра было, я еще немножко поактивнее был. Я скажу честно, понимаете, вот, ну, не умеете этим бизнесом заниматься, но признайтесь в собственном вот в чем-то некомпетенции. Давайте будем рассматривать вопросы кардинальных решений. Если, понимаете, тут с дольщиками проблемы, здесь проблемы, в тех домах, которые вы вселили людей, проблемы, с отоплением там проблемы, ну везде проблемы, с инвестором проблемы, с садовой проблемы, Некрасовой проблема, вот везде, куда ни пни, везде проблемы. Это, Петр Владимирович, можно вопрос? Да, пожалуйста. Мы 10 лет работаем в Подольске, и сколько мы построили? И везде у нас были проблемы, а сколько людей мы переселили? А когда нас просили тоже переселять там, где мы... Виктор Васильевич, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Поэтому человек познается в той ситуации, говорить, когда... А я с вами не согласен, я объясню почему. Потому что человек познается не в тепличных условиях, а в блокадном Ленинграде. Одни едят людей, а другие отдают последний кусок хлеба. А у нас что, все время были тепличные условия? А у нас сейчас не тепличные условия. А раньше? А раньше были тепличные. Нет, а 2008 год? А 2008 год – это бум и пик продаж. Да нет. Квадратных метров – это ничего раз. Ничего подобного. Виктор Васильевич, давайте так. Против статистики факт – упрямая вещь. Его оспорить невозможно. 2008 год – это сказочный год для всех застройщиков. Да, понятно, были кризисные моменты. Вот сейчас, когда все начинают проявлять свои истинные качества, вот именно в этих ситуациях, когда у нас у всех все есть, никто ни у кого ничего не отбирает. Сейчас дай буханку хлеба и не выпускай из этого кабинета нас неделю, мы посмотрим, как эта буханка будет делиться между собой. Не будет ли ее будет забирать там сильный от слабого и так далее. Сейчас та ситуация, в которой экономическая ситуация сложнейшая. Законы, регулирующие градостроительную деятельность, несовершенные, ну, это понятно, ну, до конца не отработаны, скажем так. Экономический спрос абсолютно никакой. И вот именно в этой ситуации проявляется истинное лицо того человека, который каким-то образом себя может проявить вот в этой деятельности. Вот вы градостроительный, и получается, у вас вот на сегодняшний момент, для тех объектов, которые вы строите, они у вас все проблемы. Ну, так же, как и диском, и как, в принципе, многие другие. Только один глава градостроя, и все. Нет, без слова. Мы сейчас с вами обсуждаем. Здесь собрались просто диском. Но вот мы хоть и орем на диском, у дискома один проблемный дом садовой 14. Еще садик. Садик уже нам прилетел. Еще не перешел. Школа. 6 секунд, ну, прилетит. Котельная. Вот давайте послушаем, пожалуйста. Котельная. Да, диском и котельная. Вопросы есть еще? Нет. Значит, мы, значит, смотрите, Виктория, вас же не устроила наша туда перепалка и вопрос. Нет, я знаете как? Вот у вас есть мобильный... Да, подождите. У вас есть мобильный телефон Андрея Олеговича? А вот Андрей Олегович, который главный человек после Виктора Васильевича, который регулирует всю деятельность главгородостроя на территории Подольска. Не-не, подождите, есть его мобильный телефон? Нет. Посмотрите, мне звонят все. Понимаете, вообще без проблем. Пишут все, WhatsApp, вообще без проблем, нормально. Человек, который, из-за которого вы испытываете массу дискомфорта, Андрей Ильич, продиктуйте свой телефончик, будьте любезны. Петр Владимирович, у кого только нет моего телефона. А самое главное, знаете, вы его берите, что вы потому спорите? Что... Ну дайте, даже дайте, 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 Петр Владимирович, давайте дальше. Хорошо. Ну, значит, Виктория, значит, если вы с Андреем, я прошу прощения, если вы с Андреем Олеговичем из компании РЭО, которая с вас снимает огромные деньги, не разберетесь. Ольга телефон знает, вы телефон знаете, не знаете, приходите, приводите. Мы начнем воздействовать на деятельность этой компании с точки зрения, скажем так, поворота ее лицом к жителям. К тем, которым, перед которыми они несут 100% ответственность за заселение в невведенные в эксплуатацию дома. Правильно.
хочу сказать по поводу Андрея Алимовича, все-таки по поводу телефона. Я знаю его телефон давно, я ему периодически звоню. Ну, вот и даже иногда он перезванивает. Насчет этого, и после этого становится легче, потому что мы сейчас действительно возбужденные. И когда он говорит хотя бы, что работа ведется, становится немножко легче. На неделю хватает. Ну, дай бог здоровья. Давайте к нашим теперь вопросам уже. Пожалуйста. У вас проблема, но у нас вы уже... сейчас по градостроим. Возьмите вы. Давайте еще вопрос градостроим, мы с диском. Да, давайте. Скажите, вы сказали, что инвестор даст часть денег, а дальше мы надеемся, что значит люди начнут покупать квартиру. А если люди начнут покупать квартиру? Это уже проблемы инвестора будут, если вы давайте. Нет, это не проблема инвестора, но я могу еще сказать, что, например, на этой неделе мы заключаем серьезный договор с серьезной компанией, которая берется, значит, она берется даже раскрутить этот объект, даже если там не будет стройки. То есть они дальше будут обманывать людей. А мы поможем тоже с раскруткой, не переживайте. Инвестор давал все деньги на застройку корпуса. Нет, инвестор не даст деньги все на застройку. Стройку нужно просто раскрутить. Если не пойдут... Вам нужен маркетолог. Вам продажи надо раскрутить или стройку. А это не друг Мавродин там должен раскручивать. Да, меняется. Слушай, может, пластилина на подводке работала? На новый объект. На новый, на старый он действует. На старый по старому достраивать. Да, а регистрацию договора в том открыли? Мало у тебя проблемный объект. Да? Не признан. А, его даже если введут, то доверие к новым дольщикам вряд ли будет. Что значит, если его введут? Я не совсем понял вопрос. Владимир, давайте как-то, может, на ЭТС вы обсудите, потому что мы сейчас за 12 часов посидим. У нас еще куча вопросов. Но для этого мы привлекаем специалистов, которые говорят, что мы умеем это делать. Слушайте, вы... Умеют что? Обманывать взрослые людей? Люди вроде бы, да, вот мы сидим тут, вот полтора часа уже разговариваем. Вам человек в глаза просто он вот так, вот так, вот так, потом вот так, потом вот эту Ирину, он вот так вот. И тут и вы его спрашиваете, а что вы будете делать, если он будет там, не будут продаваться квартиры? Да? Я вам могу ответить. Ничего он не будет мы делать. Это. Ничего. А чего вы тогда хотите от него? Не тратить. Конечно. Подавайте на банкротство и все. Зря вы уходите, мы еще не закончили с вами. Еще вопрос. Только очень быстро, пожалуйста. Виктор Васильевич, встаньте, пожалуйста. Вот вы упомянули право на то, что хотите привлекать инвестора не самому, не Шевченко, а одновременно. Так какие объекты в Шевченке вы собираетесь привлекать, если Народная 23, который у вас единственный объект остался, там квартиры все куплены? Да, ну, на каких? Ну, там же идет стройка, да, уже сейчас. Строительная пирамида. А это и есть строительная пирамида. Называется. Вы же не поняли до сих пор? Зачем? Все есть. Вопрос. Какое отношение к Красной Горке это имеет? Давай. Так, все, будьте добры, давайте, приступим к Садовой 14. Приступай. Что диском нам скажет по этому объекту? И плавно перетечем к котельной, которая не передается еще никак городу, не хотят они ее передать, судебные здесь дела идут. И, соответственно, она недооснащена. Значит, в котельной должно быть 5 котлов, стоит 2. Почему и не хватает? Вот сейчас еще хоть что-то к ней подключить просто невозможно. И если выйдет из строя хоть один из этих котлов, то мы останемся все без горячей воды, без тепла. Сергей Александрович, пожалуйста. А вы дочь Садовой 14? Нет, я Садовая 5. Мы жители Красной Горки, какая разница, какие мы там жители? По Садовой 14, интересно. А нам и нас есть. Нас уполномочили, да, есть дочь. Есть дочки. Хотите, они поближе подойдут к вам, если надо? Ближе нет. Да, мы готовы прямо здесь. По Садовой 14. Да, по Садовой 14. Ближе, пожалуйста, микрофон, там плохо слышно. Хорошо, сейчас завершаем оформление документов. Завершаем оформление документов, то есть выполняем требования банка, то есть это залоги, поручительство, внесение изменений в учредительные документы, состав участников компании «Диском». И я надеюсь, на следующей неделе мы выходим на подписание договора
ДДУ. А какой банк? Соответственно, после регистрации этого договора. Я прошу прощения, я не комментирую, что говорится. В течение двух недель. Компания Пешком обратилась в администрацию, когда была встреча главы городского округа, и попросила о том, чтобы администрация написала письмо для оказания помощи для снятия квартир из залога. Правильно? Да. Вот это письмо у нас было на мой стол сегодня. Правильно? Запрет. Снять запрет на регистрационные действия. Снять запрет на осуществление регистрационных действий для того, чтобы тот инвестор, который будет заходить, с ним можно было заключить договор для его участия на определенное количество квартир. А какое бы количество? 370 квартир. То есть мы передаем все оставшиеся квартиры инвестору. Так. А он вас финансирует? Инвестор МКБ? Кубинвест. Кубинвест. То есть, смотрите, вы отдаете все, что есть в этом доме инвестору. Соответственно, вы так считаете, что вам этого инвестора будет достаточно, скажем так, сейчас правильно сформулирую слово, он за свои деньги будет достраивать дом, достроит, и этих 370 квартир, которые будем передать по договору ДДУ, ему достаточно для того, чтобы вернуть свои вложения, которые он осуществил. Да. Правильно? Да. Видите, вот это как раз вот то, о чем я говорю, чтобы инвестор к вам когда заходил, он тоже должен заходить до конца. Он не должен заходить частями. Потому что, не зайдя на часть, он не получит ликвидный объект. Их инвестор заходит, если на самом деле все так и будет, слава богу, так произойдет, он достраивает до конца и понимает, что его единственное спасение – это в дом, введенный в эксплуатацию. Скажите, и после этого идет возврат денежных средств. Сроки, по-вашему, сроки начала возобновления, вернее, строительства. Ирина Александровна, что там было? Подождите, а можно? Конец февраля. Конец февраля. Какого года? Этого, который будет следующий. А можно узнать, с какой целью происходит замена учредителей? Требования банка. А требования банка по какому соображению? С какой целью? Ну, спросите у банка. Ну, есть такая практика, нет, на самом подождите, деле. Нет, подождите, есть такая практика. То есть банк вводит свои действия, должны быть обоснованы. Мы идем на все требования понять. Банка для того, чтобы нам открыли финансирование для достройки нашего проблемного дома. Чтобы контролировать финансовую деятельность. Нам говорят, что делать. Чтобы ввести своих учредителей. Они вводят своих учредителей для того, чтобы контролировать финансовую деятельность. Просто так деньги никто не даст. Я прекрасно это понимаю. А может возникнуть такая ситуация, при которой вы вводите там нового учредителя, который там будет отвечать по обязательствам? Нет, не может. Почему? Ну, потому что он входит в состав участников, а также он юрлицо не меняет. Изменение учредительных документов, он там же присутствует, товарищ. Если не является коммерческой тайной, вы не могли бы как-то вот схему взаимоотношений, зону распределения обязательств всех участников этого процесса каким-то образом прокомментировать? Кто в целом принимает участие в процессе финансирования, строительства и так далее? Потому что сейчас для меня этот процесс, мне кажется, непрозрачен. МКП, Кубинвест и Дисконт. МКП выделяет деньги Кубинвесту, Кубинвест, соответственно, контролирует, строит объект. А новый учредитель? Это ООО Кубинвест. Новый учредитель, который... ООО Кубинвест? Да. Новый учредитель Дисконт. Очень интересно посмотреть, что за организация. Обычными полномочиями учредителя. Ничего нового. Ясно. А название этой компании можно узнать? Какой? У вас такой разговор получается так. Мы вопросы не слышим, слышим ответ, не совсем тоже четко сформулированный. Простите, пожалуйста, я буду погромче говорить. Не в этом вопрос. Вопрос не то, что громче, не громче. Вопрос такой, если вот действительно есть какая-то информация, которую хотите получить от Сергея Александровича, вот проблем нет. Вот он может рассказывать, мы его отдадим вам на какой-то промежуток времени. Не вопрос, просто если есть, вот, один такой момент. Возобновление строительства и выход при, вот скажем так, снятии запрета на регистрационные действия, когда мы ожидаем? Конец февраля этого года. Да. То есть 1 марта, если что-то там не шевелится, не появляется, то мы опять же здесь автоматом встречаемся и задаем один и тот же вопрос. Правильно? Правильно. У вас есть дорожная карта по этому делу? Вот вы можете ежедневно можете звонить и спрашивать, как проходят дела. Я поясню, почему я задаю эти вопросы. Во-первых, да, потому что
дольщикам, в принципе, непрозрачна эта схема. То есть от генерального директора... Почему не можете прийти с дольщиками, вот, Сергей Александрович, и поговорить? Мы слышим абсолютно разную информацию, это раз. Вы не приходите. Я бы поспорила, но не буду. Не надо спорить, вы приходите с видеокамерой и снимайте на видео все, что происходит, и все. Более того, о том, что строительная техника приезжает, начинаются какие-то активные работы. На моей памяти это было уже раз 10, наверное, только в прошлом году. Последний срок, напомните мне, у нас в декабре, да, нам обещают, в январе, потом 2 недели назад. Теперь новый срок, я так слышу, это конец февраля, да? Так вот если, да. В конце февраля никаких телодвижений не будет, точно так же надо подавать на них на банкротство, и все. Вопрос один можно от администрации. Ваши планы после завершения строительства дома сотрудничества? А потому что от вас ждать больше нечего. Да вы что? Сергей Александрович, да. Ответьте, пожалуйста, вот на камеры присутствующих здесь всех людей и наши тоже. Ваши дальнейшие планы по окончании строительства дома сотрудничества? Если они вам известны. Ваши дискома вы имеете? Да. Пока на сегодняшний день планы строить. Так сколько вы будете строить? Конкретный чёрт. Строить, да, что и где? Ну, в общем, вопрос обсуждается. Острова. То есть у вас нет чёрной позиции, то есть понимание того, что вы или заканчиваете свою строительную деятельность, или ее продолжаете, такого четкого заявления вы не можете сделать. Не могу. Конечно, а главное, инвестор деньги выделяет, а что мы дальше будем делать, мы еще не решили. Ну, вот знаете, получается вопрос, так. Главный вопрос – это Садово 14. Нам сегодня. Нам этот вопрос, почему мы задаем именно это, для того, чтобы это протокольно и в формате видеозаписи зафиксировать, чтобы потом, когда... Давайте плавно перетечем к котельной, которую диском должен. Можно я закончу? То есть я так и не услышала, дорожная карта будет? Будет график строительства, который мы вам предоставим. Когда? Как только выйдет генподрядчик на площадку. Я понимаю, не позднее конца февраля, правильно? Окей, не хорошо. Позднее конца февраля. Да. Начало марта. Мы можем провести встречу с присутствием Кубинвест? Вы не поверите, мы приглашали и Кубинвест, и Квадрат Плюс, и там Треугольник Минус. Мы всех приглашали сюда, всех участников этого процесса. К сожалению, пришел опять Сергей Александрович один. Хорошо, что давайте мы можем сейчас на камеру. А что вы скажете? Вот подтвердит, мы его сможем как-то коллективно. Сергей Александрович придет на все встречи из-за того, что генеральный директор. Вообще они не обязаны с вами встречаться. Гарантирует присутствие тех лиц, которыми он является начальником, но не совсем корректно. Я бы на вашем месте лучше требовал, чтобы был отчет там ежедневный, трехдневный. Как проходят дела, вот, которые должны закончиться до конца февраля. Вот это наиболее важно. С чем они сталкиваются, какие-то есть проблемы, что-то не получается и так далее, и так далее. И тогда уже, вот вы когда будете слышать ответ, что должно было это, подписаться там, такой-то документ. С этой целью я и прошу некоторые... Так вам не надо, вам надо просто прийти к нему с камерой. И вот сидеть в кабинете и разговаривать. Вот это здесь, то, что он сейчас скажет на камеру, я там обещаю, я клянусь, это ни о чем. Вам надо ходить и долбить их каждый день. Только так. По-другому не получится. Свободно от работы. Прошу прощения, а администрация может как-то встречу с Ягудиным организовать? Ягудин в Подольске часто. Она уже назрела давно эту встречу. А по факту... Я могу пояснить вам сейчас вот по Ягудину. Ягудин, он является где-то по слухам конечным бенефициаром якобы. Но документально... Его нет ни директором, ни учредителем, ни в одной из фирм, которая занимается застройкой нашего района. Надо искать, его можно найти. Тем не менее. Ну, вы знаете, я не собираюсь никаким образом вносить туманность в этот вопрос. Мы знаем телефон Ильсора Мансуровича Ягудина. Вот с момента организации этой встречи, с ее пониманием дат и сроков, все попытки его вызвать не увенчались успехом. Телефон отключен. Другого телефона у нас нет. При непосредственно тактильной встрече. При тактильной встрече. Оригинальное название. При тактильной встрече. Каждую неделю встречаете? Ну, вы знаете, они не тактильным образом. Визуально. Встречи, они визуализация. Ну да. Вот. Значит, встреча была одна. Была встреча одна. По просьбе Ильсора Мансуровича, он был у главы, о том, что глава потребовал четкое понимание ситуации, как будут развиваться дальнейшие события. Значит, жесткие условия были поставлены, это в кратчайший срок передачи детского сада, с
согласие на подписание договора допника по проектированию школы номер 1, что было сделано. И достройка дома номер 14 с четким пониманием картины, как это будет происходить. Это было 3. И сегодня, вот я утром в главе, ну, ввиду того, что сегодня было мероприятие, проводимое в масштабе губернатора Московской области, глава там присутствовал, я ему еще утром попросил передачи всевозможным там, потому что как бы у меня нет возможности Ильсура Мансуровича попросить прибыть на это совещание. Я попросил, чтобы он использовал иные каналы, которые возможны для связи с ним. Но, к сожалению, видите, результат пока отрицательный. Я тоже вам не могу обещать, что он появится. Но для этого мы приложим максимум усилий. А можно узнать, почему такая гарантия, скажем, нет, вера словам Ильсура Мансуровича? А вы знаете, а мы не словам верим. Мы приезжали представители клуба «Инвестор». Они четко зафиксировали свою заинтересованность в застройке этого дома. Ввиду того, что Сергей Александрович, может быть, не сказал, или я, может, сейчас что-то путаюсь, еще и путаю, он мне поправит. То, что Куб Инвест, ну, в виде конечных его бенефициаров, уже вложили туда, в этот дом, деньги. Если сейчас они их не доложат, то они потеряют то, что уже вложили. А когда Куб Инвест успел вложить? Это не Куб Инвест в том виде, в каком он сейчас выступает в качестве инвестора. Ну, вы же все взрослые люди, понимаете, это может быть там рога и копыта номер один. Ну, что мы будем сейчас искать вот подоплеку вот в названиях? Принципиальный вопрос следующий. Вам это не помогает никоим образом? Люди вложили деньги, ну, например, там 100 миллионов рублей. Если дом не будет достраиваться и будут искаться новые инвесторы, это будет проходить какой-то длительный промежуток времени. Ну, или обанкротится сам Диском. Они решили вложить туда еще деньги, взамен получили все квартиры этого дома, доведут его состояние полной боевой готовности и ввода в эксплуатацию, и, соответственно, вернут себе и те 100 миллионов введенные, когда-то вложенные, прошу прощения, и те, которые сейчас они потратят на достройку этого дома. Вполне логичная и понятная схема при наличии договора РАС, при задекларированных намерениях со стороны банкиров, стоящих за Кубинвестом, 2, и, как уже говорится, при начале строительства в конце февраля 3. Если эти все 3 условия совпадают, первые 2 – да, третье – это мы увидим своими собственными глазами после оформления договора долевого участия на 370 квартир, то почему бы нам в этом не верить? Кубинвест – организация московская? Да. Но если вы не будете контролировать, ничего не будет. Ну, на самом деле, все будет контролировать. Я, конечно, убежден, что контроль со стороны дольщиков, он самый высочайший контроль и самый эффективный. Но поверьте мне, пока нет финансового или экономического механизма решения проблемного вопроса, ни один контроль не даст положительный результат. Так, будьте добры, по котельной. Значит, котельная. Да, давайте котельная. Да, котельная у нас недооснащена. Нужно туда ставить еще 3 котла. Кто этим будет заниматься, кто его будет дооснащать и почему она не передается городу? По инвест контракту вы обязаны ее передать. Почему город с вами судится из-за нее? На одном из совещаний вы говорили, что вы оплатили Дискому там кучу миллионов рублей, на которые Диском должен был... А? 33 миллиона, на которые Диском должен был поставить эти котлы, но так как вас не было на том совещании, сказали, что вы за него отвечать не можете. Вот просим вас тогда прокомментировать эту ситуацию. Нет, то, что главный градостроя оплатил, факт я подтверждаю, как раз это была их доля в строительстве, скажем так, первой части котла. А дальше, то, что вложено, это их доля, это можно посмотреть, то, что они вложили. Не для второй, третьей очереди строительства. У нас был вопрос именно по котлам, и сказали, что, сославились на слова ваши, о том, что главгородострой не покупает эти котлы и не ставит их, на что нам было сказано, что мы вложили там 33 миллиона, и вы не ставили. В первую очередь строительство. Вопрос тогда, кто не ставит котлы? Опять же скажу, что в договоре по финансированию строительства дома Садового 14 предусмотрена да, часть средств на, скажем так, вторую очередь строительства котельной. Кто не ставит котлы, объясните. Вы? Диском? Совместно. Вы тоже не ставите котлы, получается, так? Нет, я вас спрашиваю. Во второй очереди пока никто ничего не делал. Сколько нужно денег на дооснащение котельной? Ну, 25 миллионов. Значит, в первую очередь Диском и деньги главградостроя, в первую очередь,
внесли оба то, что необходимо. Да. Оба. Значит, из этих 25 миллионов, которые должны опять быть довнесены, чья пропорция сколько? Доли какая? Как и договор. 25 это общая сумма, получается? Ну, около. Можно я прокомментирую? То есть 10 где-то они должны... Давайте внесем ясность, что на сегодняшний день котельная находится в собственности у Дискома, как частная, да, условно говоря. Да. То есть получается, что наши 30 миллионов, они оказались в собственности у Дискома. Поэтому говорить о том, что давайте главгородострой внесем еще там какие-то миллионы в частную собственность другой компании, мы это делать не будем. Вы выполнили свои обязательства. Вы можете оформить свою долю в частной собственности. Мы пытались это делать. В то пропорциональном отношении и продолжать строительство. Мы пытались это делать. Но нам не удалось договориться. Ну, вот вы сейчас пойдем, между прочим, стоите. Сергей Александрович машет головой, что не согласаясь с вашими словами. Что он не принимает решение. Ну он не принимает решение. А кто принимает? Вот это проблема, да. Кто принимает его, скажите? А кто должен принять это решение? Вы принимаете? Вы готовы? Он принимает решение. Главгородострою неоднократно предлагалась доля в котельной. Но ответа от них так и не получили. А есть копия обращения в адрес главгородостроя? Хорошо, мы юристов пришлем. Покажите. Она можете показать документ, к которому мы обращались к главгородострою, с тем, чтобы они... согласились. Послушайте, вы не хотите, чтобы не избежать вот этих судебных расстрелей между собой взять и в первую очередь хотели просто передать в муниципалитет, и тогда сам вопрос отпадет автоматически. Я вижу очень самую глупую вещь. Я вот это вот хотела сказать. А смысл вот этой дележки? У вас написано, понятно, вы придрались к пункту договора, что котельная передается после полного ввода ее в эксплуатацию начиненной мощностью. Мы знаем эту же позицию, вы неоднократно озвучивали. Но это же не означает, что вы, исходя из той доброй воли, которую проявляем мы к вам, ну там судебные иски каким-то образом притормаживая, там не выдвигая сейчас те деньги, 9 миллионов рублей, откорректированных в судебных решениях за недострой детского сада, ну о просроченности сейчас я говорю. Вот как бы идем навстречу, вы не могли бы эту быстренько котельную взять и передать в муниципалитет? И тогда автоматически пропадает спорный вопрос между вами, и мы можем каким-то образом при наличии вас как дееспособных юрлиц понудить на достройку во второй очереди. Мы обсуждаем этот момент. Нет, подождите. Обсуждайте этот момент. Понимаете, опять. Я поднимал 3 тонны, но не поднял. С администрацией с вами обсуждается этот вопрос? Ну, может быть, обсуждается вопрос. Готовится до. Вот вы собрались мне подсказать, что в суде администрация вышла с иском о том, что вы должны нам ее передать, а вы сопротивляетесь. Это вы таким способом говорите, что вы с нами общаетесь? Вот так. Как вы смотрелись? Знаете, мы же подали иск. Да? А не знаю, какой иск. А давайте, Владислав Олегович, нам пояснит этот момент. Да, вы передаете уже пальму первенства этого совещания. То как-то уже... Нет, у меня информация, что правовое управление занимается формированием иска, и этот вопрос будет решаться только в судебном порядке. Вот. А почему? Потому что котельная в собственности. Вот, котельная в собственности, первая часть этой котельной. И здесь только передача и исполнение инвест-контракта только в судебном порядке возможно. Когда судебное заседание назначено, я не могу вам сказать, если есть такая необходимость, давайте мы в правом управлении информацию возьмем, то есть на каком этапе мы находимся. Ну, либо в добровольном, возможно, передать. Не знаю. В принципе, по большому счету, насколько я знаю, в инвест-контракте прописано, что передача в муниципальную собственность осуществляется только после полного завершения строительства. Но в муниципальном контракте нет пункта о том, что они имеют право в первую очередь... Вести отдельно, без, скажем так, согласен. Общего ввода. Раз они нарушили, они должны это исправить соответствующим образом. Раз они ввели первую и получили на нее свидетельство о собственности, значит, они нарушили пункт контракта, в котором написано, вся котельная строится и передается в муниципалитет. Нет поэтапности. Они нарушили, они и передают. Но факт уже зафиксирован, что в собственности. Им же кто-то дал свидетельство о собственности в нарушение? Как такое могло произойти? Мы не принимаем вообще. Вы знаете, вы тоже поймите, здесь... Нет такого, что мы контролируем вообще все действия застройщика. Они, когда ее оформили и поставили нас перед фактом о том, что это сделано,
Ну, понимаете, тоже каждый, любой из вас может что-то там сделать со своим имуществом, своими деньгами, что-то купить, куда-то вложить. Мы же тоже не можем. Это частная организация. Это не муниципальное предприятие. Здесь но они нарушают инвест-контракт, да, прямую. Поэтому мы считаем, что они должны передать в первую очередь котельный в самое ближайшее время. Вы не хотите добровольно порядке отдать? Потому что в инвест-контракте это не прописано. С кем? Вот с администрацией в том числе. Нет, знаете, вы его не обсуждаете. Я могу вам сказать, что не обсуждаешь. Я предполагаю. Я предполагаю, что не обсуждаешь. Когда передается котельная в виде собственности, платится налог. Введет 20% стоимости этой котельной. И сейчас они просто запутав ситуацию сами, не знают, как из нее выпрыгнуть, в хорошем смысле этого слова, передав котельную и при этом не потерпев никаких дополнительных убытков. Ну я правильно говорю или нет? В том числе, конечно. А что еще? Кроме вот этого обстоятельства, что вам надо, скажем так, пятую часть стоимости надо заплатить в налоги государства. Сергей Александрович, у вас есть какой-то план действий? Да это самый главный момент, за которым вы стоите. В случае, если откажет котел, вот что вы будете делать? Мне вот просто интересно даже. Они ничего не будут делать, Андрей. Они отдали котельную по договору аренды теплосети. И теперь, если что-то с котельной произойдет, муниципальное предприятие под названием Подольская теплосеть несет все риски, связанные с неисправностью оборудования, выходом его из строя и прочими форс-мажорами. Они будут с удовольствием смотреть и говорить. Еще могут сказать, вы знаете, вы нам еще денег должны за аренду заплатить. Ну, как вариант. Как удобно. Слушайте, ну получается опять-таки заколдованный круг. Вторую очередь они доделать не могут, между собой договориться не могут, да. Как два барана на одной ваше баске. Ваше предложение относительно того, в суды мы обратились, что нам еще сделать? Ну, суд, я так понимаю, что пока не обратились. Обратились. Нет, подождите, вы сами сказали, что вот сейчас вы говорили, что мы идем вам навстречу, придерживаем там иски и так далее. Мы так. Придерживаем иск по детскому саду. Вот, Андрей, не надо путать, это немножко разная кафедра. Не, окей. Детский сад, по которому мы просудили 9 миллионов рублей, там 8-800. Мы, конечно, можем его выставить. Сейчас, вот, в принципе, в судебном порядке они с нами его оспаривают. Мы не говорим, что мы ничего не делаем и спустили этот вопрос по тормозам. Мы просто не настаиваем на срочном исполнении ими этих обязательств. А суд, мы никуда от него не деваемся. Почему? Потому что нам эти господа еще будут должны за проект школы, который мы будем делать также за счет муниципальных средств. Какова вероятность, что они сами расплатятся? Подождите, а как они вам, если да, вероятность, сегодня обсуждаете тему, какая? Что они занимают свою деятельность после завершения Садового 14? А вот я почему и спросил у Сергея Александровича вот вопрос, на который он ответил, мы его зафиксировали, этот ответ, что они пока не знают, что они будут делать после завершения строительства дома Садового 14. Они то есть вероятность того, что они компенсируют средства, которые были потрачены на строительство сада, а нам сейчас призрачные вымывают. Нет, на строительство сада они уже денег никаких тратить не будут. Не, но они же должны будут компенсировать, да? Да, речь ушла об этом, что компенсировать будет. Ну, и проектирование соглашение это тоже написано. Да, когда мы достроим, мы придем с этими документами. А диском уже покажем. Не будет? Возможно, не будет, возможно, будет. Но мы с детства восстановим в законном порядке. Если у вас есть другое предложение для наших действий, озвучите его, мы его рассмотрим. Самое главное, чтобы предложение было эффективным, а не так просто сказал, потому что захотелось что-то сказать. Чтобы эффективно было, чтобы сади его достроили. Петр Владимирович, можно вопрос? Да, вот вы сказали много про наш многострадальный садик, который строится. Да. Скажите, пожалуйста, в планах как бы благоустройства территории и застройки района, это единственный социальный объект, детский сад конкретно, который строится сейчас, будет достраиваться и так далее? Или какие-то еще детские сады будут построены? Потому что, как вы сказали, в нашем районе проживает 14 тысяч человек. А на прошлом собрании в детском саду вот депутат областной думы сказал, что 17 тысяч человек данные расходятся. И вот этого садика, 340 мест. Вопрос другой. Да, 340 мест детский сад району. Он не решит проблемы района. Извините, я честно говорю, я даже не располагаю данными о количестве детских садов на территории. Здесь. Он один. Я знаю. Я знаю. Ну, второй, который рядом старенький. Старенький уже нам сказали, что он будет сноситься. Конечно, естественно. Ну, 340 мест на такой район, вот смотрите, это мало. Вот смотрите. Еще раз объясню. Мы, как строительный комплекс, отвечаем за действия застройщика в том виде, в каком можем на него повлиять согласно наших полномочий. На сегодняшний момент, ввиду отсутствия возможности застройщика восполнить обязательства, мы берем эти обязательства, не мы берем строительный комплекс, а глава городского округа
берет на муниципальный бюджет нагрузку в виде достройки детского сада и проекта на школу. Это всем понятно? Понятно. А вот нормативность обеспечения людей, проживающих на конкретных территориях, местами, в социальных объектах, поликлиниках, школах и так далее, подсчитывается комитетом по образованию. Они четко знают, как территориально, локационно расположены все эти социальные объекты. И если на этой территории нет застройщика, ну, который вот может, ну, скажем так, увеличить квадратные метры, увеличить количество населения застройщиков, эти места вносятся в государственную программу. У нас по государственной программе, согласно данным комитета по образованию, будут строиться, Сергей Иванович, поправь меня, 4 детских сада на территории городского округа Подольск. На Красной Горке нигде этот строительство детского сада не прописано. Соответственно, это означает, что норматив соблюдается. Вот если, запрос надо сделать. Если, да, вы можете это запросить, посмотреть, уточнить. Но ситуация в Раменском. По школам в Раменском ситуация следующим образом. Первых двух смен нигде быть не должно. Соответственно, сейчас в Кузнечках две школы, она на Барвинском бульваре, пристройка к 13-й школе, перспективная школа в Климовске, в парке Дубрава, которая она у нас смотрится, и пристройка гимназии 04 за счет инвестиционных средств там по дополнительным соглашениям. Вот, пока вот так. Мы о том, что у нас не 340 детей будет детсадовского возраста в районе, вы понимаете, да, к окончанию строительства детского сада. Материнский капитал введен в 2007 году законодательно, и все-таки нужно было предусмотреть этот вопрос. Вы давно-давно, и были слушания, вот здесь, в парке, обещали садик. Да. Кто обещал? Я, к сожалению, не обещаю. Не-не, подождите. Я не потому, что я хочу привлечь к ответственности, каким-то образом я обвинить кого-то. В каком году это все было? В 11-м, наверное. А, наверное, в 11-м, да. Да, слушайте, в интернете можно найти записи. Есть. В 11-м году. Да. Мне даже трудно комментировать вашу фразу. Посмотрите, мониторинг состояния и количество проживающих людей осуществляется не по цифре 2011 года, а по сегодняшнему, сегодняшний день. На сегодняшний день она только увеличивается. Мне кажется, знаете как, вот вы правильно сказали, сделайте запрос. Получите ответ и о количестве проживаемого населения, о потребности и наличии объектов социальной инфраструктуры для проживающих людей. Получите ответ, и там будут цифры. Вот сейчас мне называть что-то, говорить, совсем некорректно. А что дальше с этими цифрами? Подождите, ну если они не соответствуют, тогда что-то надо делать. Если не соответствуют, просто надо принять и порадоваться. Значит, делаем запрос в Министерство образования. Да, не Министерство, комитет по образованию. Комитет ваш. Администрации городского управления. Все, сделаем. Павлова Надежда Викторовна, вы можете к ней обратиться. Можете в таком частном порядке. Можете. О, Александр Валерьевич. Чтобы не обманывать никого, по котельной. Информацию добавлю. Значит, исковое заявление готово. К нему приложено должно быть доп. Соглашение о передаче нам поэтапно котельной. То есть нам имеется в виду муниципалитет. Сергей Александрович, пока этого доп. Соглашения, это доп. Соглашение со стороны дискома еще не подписано. Надо уточнить будет. Давайте мы вот эту вот информацию обговорим и дополнительно доведем. Не подписано вами? Да. Когда вы планируете подписать? Давайте как? Есть сейчас информация. Это соглашение. Надо его сначала посмотреть. Я знаю, что согласие банка, насколько я понимаю, требует информацию давать. Вы знаете, там главная причина в 8, ну я не буду говорить каких, но 20% налоги. Они не знают, как этот вопрос обойти. Это точно. Ну, поэтому нужно какой-то выход искать, да, и, то есть нам нужно доп. Соглашение для того, чтобы выйти с иском в суд. Так они не будут его подписывать, чтобы вы в суд не вышли. Нет, давайте. Тогда у нас, знаете, тупиковая ситуация. Ну, они будут эту тупиковую ситуацию и держать. Пользуйте, ну. Они же нарушили требования контракта. На нарушение требований. Функция контракта нужно выходить в суд никак. Ну, здесь я тоже не специалист в правовом отношении. Вот сейчас информация именно с правового управления, что доп. Соглашение нужно. Так все-таки позиция какая дискома? На ИТС. И дополнительно обсуждаем, разбираем. Да? Сроки! Однозначно. И до запуска котельной
мы не сможем подписать до запуска строительства до 14. Есть предложение, не дожидаясь ИТС, потому что это вопрос все-таки не экспертно-технического совета, а мы приглашаем вас в правовое управление к нам, да, то есть на этой неделе. Наверное, ну, четверг-пятница, пятница крайний срок, именно по этому вопросу. По подписанию доп. Соглашения к инвестконтракту, а передача поэтапно котельной. Ну, а мы-то 15 февраля с своей стороны тоже... А мы даем информацию, да, то есть к пятнице в этой неделе. Так, будьте добры, вопрос я уже как бы озвучила по поводу резервной линии, которая отключена у нас. Да, давайте сразу отвечу, потому что мы по телефону с вами общались. 2017 год, я потому что обещал вам разобраться, я уже забыл эту ситуацию, это 2017 год. То есть здесь у нас от подстанции МАЭС идет два фидера, два кабеля. Они идут на котельную эконом-транстрой. От этой котельной идут они, эти два фидера, на жилые дома. В 2017 году за долги эконом-транстроя, за электроэнергию, Мосэнергосбыт выдал предписание, и Мособлэнерго отключила один фидер. Вот, поэтому и котельная сама, и все многоквартирные дома работали на одном кабеле. В этот период, когда работал один кабель, также в 2017 году, в конце года, этот фидер работающий, он был поврежден. Находились без света многоквартирные дома, там порядка 10 часов. Значит, фидер этот сделали, долги погашены, и сейчас и котельная, и районы работают, имея резервный кабель. Поэтому все здесь нормально. Все замечательно. Так. У нас есть вопрос еще по мусору. По мусору, да. Давайте. Так, что по мусору? У меня есть вопрос по мусору. Значит, смотрите, у нас 1 января новый закон, да, о раздельном сборе мусора. Ну, условно раздельном сборе. Нам обещали контейнеры. Контейнеры до сих пор... У нас не новый закон, у нас новая система обращения с отходами. Новая редакция старого закона, это правильно называется. Значит, смотрите, мы платежки еще не получили, у меня есть такой вопрос. Вот у меня квартира 78 квадратных метров. По вашей формуле, которую я нашла на сайте администрации... Что значит по нашей? Ну, которую утвердили, я не знаю кто, меня это мало интересует, правительство. Нет, это вас наоборот должно интересовать, и мы должны довести до всех. Значит, я вам объясняю. Значит, у меня получается, что по старым нормам я платила в месяц своей квартиры 185 рублей. Теперь эта сумма увеличится за 590 рублей. Вот, до 590 рублей. Да, то есть это будет 7083 рубля в год. Сколько у вас площадь? 78 квадратов. У вас достаточно приличная площадь, скорее всего, так оно, такая сумма. Вот, отсюда у меня вопрос. Во-первых, как бы, когда будет осуществлен вот, тем оператором, вот, соответственно, эти контейнеры будут поставлены на экране, да? Потому что вывоз мусора у нас происходит. Вот. И второй вопрос. У нас нет у нашего дома площадки под мусор. То есть мы в данный момент вообще непонятно, за что будет платить. И, будем... и кто будет набирать площадку? Могу отвечать? Да. Значит, начну с тарифов и сумм, да? Значит, норматив утвержден распоряжением Министерства экологии Московской области. Тариф утвержден комитетом по ценам и тарифам Московской области. С 1 января эта услуга выводится в коммунальную, это регулируемый вид деятельности, и стоимость этой услуги определяется регулятором, как я уже сказал, комитет по ценам и тарифам Московской области. Это будет отдельная платежка у нас? Нет. Норматив, он остался примерно, не примерно, а таким же, как был и в прошлом году, и до этого. Я имею в виду по цифрам, то есть объемы накопления. Расчет проводится также по квадратным метрам площади, как это было и ранее. Да, может быть, это неправильно, но правительство Московской области может изменить эти нормативы только на основании заключения специализированной организации, которого сейчас нету.
Эта работа будет правительством Московской области проводиться в 2019 году, потому что, ну, по логике вещей, да, и все это понимают, наверное, более правильнее начислять по норме с человека, а не с квадратного метра. Да, это логично, да. Поэтому правительство Московской области это знает. В 2019 году взяли именно этот год для того, чтобы специализированная организация рассчитала все, а это не один день, это порядка займет 9-12 месяцев. После этого, на основании этих расчетов, правительство Московской области утвердит новую схему и новые нормативы. Но сегодня мы имеем факт, что норматив с квадратного метра, есть тариф, который утвержден именно для регионального оператора, работающего в нашем кластере, чеховский так называемый кластер, 7 всего кластеров по территории Московской области, он у нас есть где-то поменьше, есть где-то выше. Тариф там 700, по-моему, 40... 796 рублей. Работу начал региональный оператор, платежки еще, правильно вы сказали, не выставлял. Но за этот месяц, я так понимаю, будут уже выставлять? Да, конечно. А за что? Ну, дайте я отвечу сначала. Значит, региональный оператор нам с 1 сентября обязан был поставить новые контейнеры синего цвета для раздельного сбора мусора, о чем мы сказали, и серого для так называемого мокрого мусора. Мусоросборная площадка, зона ответственности управляющей организации. Управляющая организация обязана установить мусоросборочную площадку в соответствии с законом о благоустройстве. Там требования прописаны, трехстороннее ограждение. Запрос, нам сказать, что у нас нет площадки для мусора. У нас еще нет. Нашего дома нет. Невозможно. Вот такая застройка района, что нашему дому нет, знаете, нет площадки для мусора. Везде есть место для установки, оно предусмотрено планирующими документами. Если такого места нету, то в домах предусматривается мусоропровод. Мы категорически не согласны его открывать. Да. И более того, управляющая если компания категорически не согласны. И нет у вас земельного участка придомового, который кадастрирован, да, и вы не можете найти, обращайтесь в муниципалитет, и мы посмотрим, что есть из муниципальной территории. Обращайтесь. А вот если и муниципального участка у вас рядом нет, тогда извините, есть санитарные нормы и правила. У вас по проекту и по плану дом предусмотрен с мусорными камерами, поэтому будьте добры, товарищи, уже открывать, иначе здесь... А для крупногабаритного мусора тогда? А если у нас мусора, извините, открывать мусоропровод, как будет осуществляться тогда раздельный сбор мусора, который оператор будет провозить? Для раздельного сбора мусора, если мы говорим мусоросборочная площадка, да, дома, в принципе, здесь достаточно большие, одна площадка, но мы видим здесь, предусмотрено не для одного дома, да, то контейнер для раздельного сбора мусора, да, всегда можно найти, где поставить. Один или два контейнера. Площадку, да, согласен, может быть, это тяжело сделать. Поэтому давайте использовать камеры. Но сначала обращаемся в муниципалитет, смотрим, где земельные участки. Если есть уже ответ, и мы проверяли это, тогда единственный тогда вариант, используем камеры и для раздельного сбора мусора определяем место, где у нас будут эти стоять бачки. Бачки устанавливает региональный оператор. Что касается общей ситуации по мусору, не только у нас на территории городского округа Подольск не установил региональный оператор срок. Вот. По вывозу по отдельным территориям были проблемы. Здесь на территории района Красная Горка такого коллапса и особых проблем не было. Да, были моменты, когда региональный оператор не мог вывести, не могла подъехать машина или где-то срывался график. Но такого коллапса не было. Я помню, единственное, в районе Садовая 3, корпус 2, вот там, да, то есть там... Наверное, неделю точно не вывозились эти бункера. И там просто-напросто причина была, что машина не могла подъехать.
По моей информации, вчера мусор вывозился по улице Садовой, по всем мусороспорным площадкам. Сегодня вывозился. Это информация от управляющих организаций. Мы ежедневно ее мониторим и собираем. Выстраиваем общую систему, выстраиваем, помогаем региональному оператору логистику, да, для того, чтобы подсказывать. Здесь вот ты возьми ту подрядную, субподрядную организацию, которая раньше работала, потому что она знает маршрут движения. Делаем совещание пропуски вместе с управляющими компаниями для того, чтобы управляющие компании подсказывали, как сделать этот маршрут и как лучше организовать этот вывоз. Поэтому да, сегодня ситуация как бы она выправляется, есть еще и много определенных моментов. И в первую очередь это все-таки установка контейнеров со стороны регионального оператора. И это приведение в соответствие с силами управляющей компании мусоросборочных площадок. Если, опять же, мы с вами сейчас начали обговаривать, вы сакцентировали внимание, за что? Качества никакого нет. Есть претензионная работа, которую может управляющая компания и обязана также проводить. Мы со своей стороны, глава городского округа, комитет ЖКХ, я, мы к региональному оператору уже обратились с предложением, с учетом того, что, извините, все-таки услугу качественную мы не получаем, проработайте, пожалуйста, вопрос для того, чтобы, может быть, снизить за январь плату или организовать какие-то компенсационные расходы в части непредоставления вами услуг. Сейчас ждем ответа от регионального оператора. Он же уже ответил. Недавно было выступление, этот директор, который... Он сказал, что не рассматривали. Он сказал, что есть, да, проблемы, но это в том числе и вина жителей. Это есть видеозапись. Вы немного о другом говорите. Мы может сейчас быть, говорим о компенсации. Знают, кто это если вы... региональный оператор, откуда он взялся? И кто это такой? Если вы цепляетесь за слова, я с вами не соглашусь. Генпрокурора, Чайка, ему просто вот так отдали, собирайте вот с этих всех лохов бабки. Региональный оператор по всей стране. Я понимаю, конкретно наш МСК, МСК, НТ, конкретно, это Чайка. Это Чайка. А как это относится к деятельности его на нашей территории? А я объясню, это никак не относится к деятельности на нашей территории. У нас контейнеры как стояли, так и стоят, ничего не сделано. Этот указ был подписан в середине года, 18-го. За полгода они ничего не сделали, не подготовились. Мы просто сейчас платим повышенные. Дискуссию мы можем нет, проводить сколько угодно. Нет, я тоже могу вам сказать свое мнение. И в принципе, начиная с того, что не нужно это делать с 1 января, потому что новогодние праздники. Вы немного целесообразно... Я читала ваши цитаты о том, что вы говорили. Вот я сегодня готовилась. Вы говорили, что все будет качественно, экологично. Я на 100% уверен, что так и будет. Я сейчас говорю о том, что это нужно было делать где-то летом. То есть, когда у нас все-таки нету праздников таких новогодних, когда нету таких объемов накопления на мусоросборочных площадках. Но я и сейчас говорю, что я уверен на 100%. Будет лучше, будет качество. Для того, чтобы оно было, мы не сидим на месте, да, мы не отстранились. Вот есть государственный контракт, да, контракт вроде бы правительство Московской области, региональный оператор. Мы все в стороне, мы ничего не знаем, но мы же не отстранились. Я, Илья Александрович, мы с 3 числа ездим по районам, оделись потеплее и поехали по площадкам, берем подрядчиков, субподрядчиков. До 2 часов ночи с региональным оператором, с МОСАВС, привлекаемыми силами, грузим эти контейнеры. Мы не устранились, потому что я знаю, что это будет лучше, если я не буду сидеть, если управляющие компании не будут сидеть, а управляющие компании действительно столько сделали на подборе, потому что логистики особенно никакой. Мы говорили об этом и региональному оператору в декабре месяце. Нам региональный оператор обещал, мы думали, ну профессионал, все нормально у них будет. С 25 числа начинаем работать, все, вопросов нет. Смотрите, не получилось. Но
Но я извиняюсь, что говорю, еще раз подтверждаю, да, будет лучше, и я уверен в этом. Вот я как раз об этом хотел спросить. Вот мы собираем, планируем, да, собирать когда-нибудь уже в конце концов раздельный сбор мусора делать. А и вы говорите, что все будет там на 100% хорошо. А вот этот раздельный сбор мусора, который мы делаем, вот этот раздельный мусор, мы куда будем возить? Мы будем вот платить за утилизацию, не за вывоз. Вот эти деньги платят. Вы не знаете, а я вам просто скажу, что нет, сейчас... Подождите, что значит не знаю? Нет, я вас спрашиваю, вы не знаете? Не утилизация, я не вам... Это вывоз и утилизация. Утилизация мусора происходит на свалку. На свалку? Я поясню, почему так. Потому что сейчас на Московская область выложила территориальную схему по обращению с твердыми бытовыми отходами. И сейчас идут публичные слушания. Они выложили все документы. Да? И вот в этой территориальной схеме нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Уже 300. Есть только мусоросжигающие заводы. Мусоросжигающие заводы. Посмотрите схему. Посмотрите схему. На территории Московской области нет. У нас мусоропереработчики есть Курки. Знаете, мы занялись раздельным сбором мусора не вчера. Мы занялись еще с 2014 года. Кто знает и кто видел, да, в наших дворах стояли вот такие вот сетки, да, для сбора пластика. Мы делали их из туалетов, из пластиковых, делали, закупали и самостоятельно варили контейнеры, да, для того, чтобы раздельный мусор собирать. И мы вчера еще находили сбыт для того, чтобы пластик перерабатывался. У нас и на территории Подольска есть организации, предприятия, которые делают, перерабатывают пластик. А то, что вот Павел Иванович сказал, заводы, уже три завода есть. Послушайте сегодняшнее обращение губернатора. Перерабатывающие или мусоросжигающие? Я прошу прощения, но знаете, я маленькая ремарка. Если можно, просто сотрудники Дома культуры, мы просили зал до 10 часов. Это не потому, что мы хотим закончить дискуссию, там, перевести в какое-то другое русло, именно потому, что люди сильно здесь работают, им как бы идти домой. Ладно, давайте так, смотрите, мы договариваемся о том, что через какое время мы здесь с вами встречаемся. Нет, у нас два вопроса еще по ЖКХ, я думаю, вкратце. Ну, только вкратце, да, два вопроса. Нет. Про встречу тоже скажем. Нет, да. Может, по формату встречи сразу говорим, что может быть. Я все-таки предлагаю, давайте вы определите. Мы наработали. Давайте мы закончим сейчас по ЖКХ. Значит, внутридомовые территории, проезды. Кто у нас должен убирать? Управляющая компания или все-таки какой-то у нас этот оператор опять появился? Уборка снега сейчас. Внутридомовые проезды. А какой оператор? Ну, кто-то у нас здесь вот чистит все дороги, территория какой-то подрядчик. Я не знаю, наши садовые. Кадастрированная территория убирается силами управляющей компании. Здесь в микрорайоне Красная Горка есть еще часть муниципальной земли. Угу. Муниципальная земля отыгрывается, уборка этой территории отыгрывается по контракту. Комитет ЖКХ, вернее, комитет по благоустройству. Uh-huh. Да, в 2018 году он был единый, сейчас функции благоустройства уходят в комитет дорожного хозяйства и транспорта. Торгуется и по муниципальному контракту убирает подрядная организация. У нас здесь, Илья Александрович, по-моему, ДЭС, да? Дирекция единого заказчика убирает муниципальные территории. Возьмите, откройте кадастр, придомовая территория, кадастрирована полностью зона ответственности управляющей организации. И содержание, и ремонт, в том числе и всех элементов существующих, установка новых. Понятно. Так, вопрос к вашим сотрудникам. Кто с вами приехал, значит, Полинский или Скворохов? Вы просили меня сегодня Полинский и Скворохов. Есть Илья Александрович здесь. Какой вопрос? Значит, вопрос такой. Значит, у нас проводилось благоустройство, комплексное благоустройство двора, садовое, часть. Вот, в 19-м никто не проголосовал и не приняли участие. Значит, у нас так работает наша управляющая компания, которая категорически не хочет выходить ни на какие вот эти площадки. И ничего. Какие площадки? Ну, вот был там мой подъезд и так далее, и так далее. Вот наш дом мог в этом участвовать, но категорически наша управляющая компания от этого отказалась. Сказали, а при чем здесь управляющая компания? Собственники принимают решение. Значит, ну, поскольку у нас... Но не получилось, бог с ним. Да. Так, сейчас другое. Значит,
поскольку в этом году все-таки двор садовая 5, садовая 5, 1, садовая 3 вошел в эту программу в прошлом году, да, простите, благоустройство, значит, получилось как-то так, вот хотелось бы... Спортивная площадка, там, по-моему, мы делали, да? Значит, не до конца. Можно я договорю? Да, да, да. Значит, у нас было 5 ноября обращение к губернатору, в том числе поднимался и этот вопрос. Но как-то долго все это шло, и в начале января уже мы получили ответ от Министерства ЖКХ по поводу этого благоустройства с очень интересным актом. Этот акт подписан господином Полинским и плюс там целая компания 11 октября. Акт о завершении, полного завершения благоустройства двора. Значит, 11 октября к благоустройству нашего двора еще даже никто не приступал. В начале декабря у нас клали там асфальт в снег, о чем мы постоянно сигнализировали в администрацию, на нас никто не обращал внимания. Звонков было миллион, все это у нас записано на камеру. Значит, дальше. В акте в этом указаны работы, которые, в принципе, не проводились и разнятся с тем контрактом, который был заключен с подрядчиком. Работы эти не завершены до сих пор. То есть у нас не положено покрытие на спортплощадке, у нас до конца не заменена сетка, значит, у нас что-то еще у нас там было. Неправильно были сделаны съезды с тротуаров, которые надо переделывать. И то, что вот этот асфальт клали в снег, мы не знаем, что сейчас весной будет. Это может благополучно уплыть вместе со снегом. Вот очень хочется сказать, каким образом работают сотрудники, ставят галочку для отчета и отправляют в область, а область потом показывает жильцам, вот это так, и говорит, а у вас 11 октября все закончилось, когда еще не начиналось? Ну, вот как это происходит? Я бы ответил на этот вопрос, зачем мы отвлекали? Ну, человек это подписал. Очень хотелось, чтобы он ответил за свои Владимир действия. Владимир Егорович там подписывал. Да, действительно, был контракт номер 60, в том году мы к нему разговаривали, по-моему, последнюю встречу нашу. Завершен контракт и подписан акт выполненных работ в конце декабря месяца. 11 октября, я вам его пришлю. Дослушайте, подождите, дослушайте. Акт был подписан в конце декабря, 29 числа. Я созванивался с одним из жителей, с которым на последний... Сам. С Андрей, по-моему, с вами, да? Но мы созванивались... Я об этом видео выпускал. Почему? Потому что мы обговорили последнюю нашу встречу, что после выхода на территорию мы обговорили, что акт будем подписывать совместно житель, администрация, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и подрядная организация. Для того, чтобы взять гарантийные обязательства с подрядной организацией по завершению работ в весенний-летний период, но у нас там мы прописали 15 мая, мы обговорили, поэтому дату эту мы прописали. Резиновое покрытие не уложено, которое на спортивной площадке, я сейчас вернусь к нему. Ремонт на детских площадках. И пандус. Пандусы, съезды, асфальтированные съезды. Сетка. Это, сейчас скажу. По поводу сетки у нас было, по-моему, порядка... Там половина объема, в лучшем случае. Мы когда весной осмечивали, одефектовывали это все, половина сетки только требовала ремонта. Когда подрядчик сделал весь объем, который в контракте, Илья Александрович, я извиняюсь, да, перебью, когда все сделал весь объем в контракте, остальная половина тоже уже требовала замены. То есть за полгода мы привели в такое состояние сетки. Всегда. Ты все. Да, поэтому, в принципе, это можно будет дополнительными работами, да, сделать отдельный контракт. Здесь ничего такого нет. Почему мы не смогли резиновое покрытие уложить на спортивной площадке? Вы все прекрасно, может быть, помните, когда у нас по дефектной ведомости и по смете мы должны были просто снять эту резинку старую и постелить новую. Но когда стали ее снимать, увидели, что основания нет. И подрядная организация наотрез отказалась укладывать на то основание, которое было, новую резинку. Поэтому были вынуждены укладывать там асфальт. Так там не укладывали асфальт. Подождите. Положили. Асфальт там положили, у нас есть видео такое же, как... Такой вопрос. Смотрите, вот вы говорите, что там организация категорически отказалась. А они, когда выходили на эти работы, они, получается, не приезжали и не смотрели? Не приезжали, они выиграли торги. Они не должны приезжать. Как? Лично ходили. Подрядная организация до конкурса? Да, ходили. Да нет, конечно. То есть они просто взяли, что мы
за 4 миллиона все сделаем. Да. А нет, выходили почему... мы, сотрудники комитета ЖКХ, выходили и смотрели вместе с управляющей компанией. Откуда мы знали, что там под резинкой нету... Там не было резины вообще почти нигде. Там такие были... Что там было? Там все было видно. Ну, поймите, вот насколько я помню ситуацию, там вот... такой вот слой. Он снимался вместе, да, с резинкой. Вместе с резинкой снимался. То есть он там есть помимо, там. Помимо того, что там с резинкой снимался, я фиктивно. Не спорю. Я говорю о том, что там были дыры, и можно было посмотреть на это, оценить вот это покрытие, которое есть. Там, когда было снималось покрытие, я просто ходила, я систематически с ними проходилась, и я же была там постоянно. Они когда начали снимать покрытие? В одном из этих, потому что я разговаривала несколько раз с вот этим, с начальником подряд этой организации. Они сначала, они очень долго решали, что там все-таки делать, потому что одно время они были говорили, что все-таки будут локально менять. И мы и должны были это делать локально, вообще по смете, по объему, по нас. Но, то есть они сняли, когда и там кусками, местами, то есть там далеко не везде. Там местами. Закрытые работы не проводим, то есть при определении объемов, да. Факт был, он не понравился ни нам, не понравился ни жителям, но давайте исходить из того, что решение было принято, все сделано, ждем теперь под гарантийное письмо, обязательства, подрядчик адекватный, все нормально, ждем весной, когда он сделает спуски, сделает у нас ограждение, ограждение и резиновое покрытие. Ограждение он не делает, потому что он выполнил тот объем, который нужен был. Мы... Но ограждение дополнительное, это дополнительное, я думаю, да. Говорили о том, у нас резиновое покрытие, как мы уже сказали, и спуски. Ну, в принципе, нужно исходить, наверное, из того, что действительно нам и подрядчик пошел навстречу, то, что он выполнил довольно-таки тот объем, который даже не был прописан. То есть здесь мы, получается, составляли акты, в том числе и декабрь, декабрьский и ноябрьский акт крайний у нас, когда мы общий объем были. Декабрьский. У нас тоже есть гарантийное письмо, приложенное к этому акту, к сожалению. А как октябрьский акт октябрьский, появился в министерстве? Как к октябрьскому акту, наверное, министерство не приложило вам гарантийное письмо подрядной организации. Нет, там акт. То есть они заранее уже там гарантийные. Там акт об окончании. Мы, к сожалению, вынуждены в реальности работать, и этот акт, он не является закрытием объекта. Вот КС-2, КС-3 закрываемся в декабре. У нас КС, и там по акту было гарантийное письмо. Какой у меня вопрос? Вот они клали асфальт, в том числе в минус 8, да? Когда я позвонил госпоже Морозовой, да, она мне рассказывала о том, что в этом нет ничего страшного и можно класть асфальт в минус 10. Вот вы, ну, но нет снег. Да. Но там, понимаете, вот я не поленился, я прочитал все вот эти нормы и как это все кладется. Там вот то, что делали нам, так делать нельзя. При минус 10 кладется на огромные, вот на автомагистралях, там специальные эти вот штуковины ездят. Которые просушивают. Да, просушивают. Все. То, что, да, то, что вот делали у нас, ну никак не подходит под вот эту категорию. У нас есть гарантийный срок, если укладывался так, да, минус 10. Должны прослушивать. Да, гравий снег. Помним, его пытались метелкой оттуда вынести. Мы сами знаем то, что, что и когда укладывали. Ну, конечно. Но на самом деле мы были настолько еще зажаты вот этими сроками временными, и мы понимаем прекрасно некоторые вопросы там спорные у нас. Короче говоря. Гарантийные сроки остались. Да, гарантийные сроки остались. И мы, если что, там, по-моему, два года. А нет, благо здесь существует подрядная организация, та, которая она вообще работает не первый год в городском округе и довольно-таки качественно выполняла работу. У нас в чем проблема еще возникла? В этом году впервые комплексное благоустройство выполнялось один лот, один двор. И подрядная организация, которая по специфике своей, она занимается там обустройством или строительством детских площадок, вот, а им еще и нужно было укладывать асфальт, делать парковку, уличные места и плюс еще освещение. Поэтому, конечно, они нанимали субподрядные организации, которые к ним по профилю отношения никакого не имели. Но они их никак не контролировали, потому что не контролировали. Я связывалась с горем пополам, нашла как бы представителей этого подрядчика, потому что директора и те телефоны, которые прописаны были в контракте,
найти было по ним никого невозможно? Слушайте, это самый глобальнейший вопрос. Вот совершенно согласен с вашим бурным негодованием. Сам по колено в снегу укладывал пару раз асфальт за свою бытность. И, может быть, еще не раз уложу его. Если, слава богу, эти контрактные обязательства и гарантии не сохранятся, доделают, восстановят, распластаются. Я очень надеюсь, что этот подрядчик с тремя высшими образованиями не пропадет никуда. Ну, знаете, даже если пропадет, все равно гарантийные обязательства сохранятся. У меня вопрос такой. Мы к следующий раз когда? А, еще, пожалуйста, извините, давайте. Слушайте, пожалуйста, у меня буквально короче вопрос к вам, а вот можно вам? Да, ну давайте. Спасибо. Да, ну извините, пожалуйста, я еще отниму у вас время. Я, собственно, хотела, ну, насколько я поняла в контексте обсуждения проблемы Красной Горки, мы признали, что Садовая 14 является проблемой. Вот, собственно, хотелось бы перевести этот статус, да, в плоскость, ну, какую-то более явно выраженную форму, может быть, на уровне. Вы имеете в виду официально дать ему статус проблемности, занести его в рейтинг, да? Вашей поддержкой, да. Да, ну, мы, понимаете, мы за. Мы вот приедем в четверг в Минстрой, озвучим все наши пожелания, ну, ваши в том числе, и наша готовность поддержать жителей и признать 19 проблемным объектам еще 15, улететь в рейтинге на минус 98 место, оказаться без возможности финансирования, потому что мы не заслуживаем этого финансирования, ну, условно. Мы, конечно, все сделаем, как вы хотите. Красиво. Еще один вопрос поступил от наших зрителей. Да, да вы что, на зрителей есть? Да, у нас прямой очень эфир, много. В прямом эфире. Уточните, вот вопрос спрашивает человек, который понимает это. Уточните, выполнение работ по гарантийному письму будет контролировать комитет по ЖКХ или теперь комитет по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту? О, это очень важный вопрос. И слава богу, что не ко мне. Спасибо. Тому, кто написал этот вопрос. Вообще, контроль будет возложен в любом случае на комитет по благоустройству и дорожному хозяйству. Работы будут контролировать они. Мы передадим документацию. А кому еще раз? Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству и транспорту. Скорее всего, так называется. Да, если к тому времени они сохранят эту функцию и статус. Но у нас память тоже хорошая. Но поэтому мы вместе с вами будем... Мы обязательства свои помним. Давайте исходить из того, что ответил на вопрос будет администрация. Потому что независимо комитет там, благоустройства или комитет ЖКХ, мы все равно работаем вместе. Устраивает нас такой ответ? Администрация будет контролировать. Ну все, отлично. Ну еще бы ничего не знал. Будьте добры тогда. Следующий, вот, Павел Иванович нам обещал рассказать. Ирина Викторовна, люди просто неудобно. Вот нам уже электричество отключили, хоть... сейчас отключат газ. Понимаете? Дайте ему 3 минуты. Ну, уже 3 минутки уже было, вот уже несколько раз. Мы в следующий раз, знаете, как делать? Мы в следующий раз соберемся все. Мы-то могли и все. Не было никаких проблем. Смотрите, по поводу просто вы попросили 8, да? И мы пришли в 8. Давайте в 7 соберемся, чтобы было на 1 час больше. И чтобы перед людьми было. По поводу цели. Павел Иванович, не вопрос, не надо обязательно. На самом деле, действительно, меня спрашивали по поводу того, что у нас в областной доме этот вопрос был вынесен в отдельный правительственный час по поводу обманутых дольщиков и проблемных объектов. Очень была жесткая дискуссия с Федотовой по этому поводу. Это новый министр жилищного строительства, жилищной политики виноват. И в этой части мы говорили в первую очередь о тех проблемах в законодательстве, которые сегодня существуют. Примеры проводили, в том числе и наш статус, и наши вот, замечательные наши организации, которые трудно идут на контакт по поводу передачи прав, с которыми они не справляются. Скорейшего решения вопросов или определения стоимости собственности и так далее. И в принципе договорились до следующего. Мы создали рабочую группу. Выносим и приглашаем вас, специалистов, если среди вас такие есть, мы готовы и открыты для диалога, для того, чтобы эти дыры заткнуть законодательными актами, с тем, чтобы вот таких дискуссий по поводу того, что хочу за 3 копейки, мне предлагают за, точнее, хочу за
2 рубля, а мне предлагают 3 копейки. Вот чтобы таких вопросов не возникало, мне необходимо принять определенные законодательные акты. Я думаю, что мы как раз этим займемся для того, чтобы... Это первая часть, а вторая с тем, чтобы запретить привлекать... денежные средства населения для жилищного строительства. Это такой тоже. Уже федеральным законом. У нас на сегодняшний день этот процесс еще будет долго конечно, продолжаться. Конечно, они бы набрали себе разрешение. Это будет продолжаться еще лет 10. Вот поэтому сегодня пришли к такому пониманию о том, что этот процесс надо не растягивать на 10 лет, который у нас сегодня есть по российскому законодательству, а ужесточить эти требования. Поэтому я предлагаю всем, кто имеет какие-то предложения в этом направлении, готов принимать, и мы над этим будем работать. Спасибо. Спасибо. А еще вопрос можно, когда мы вернемся все-таки к переселению из верхнего жилья?